empty spaces. Lord, I'll be leaving for abandoned places. And yes, we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Now they feel it all. Now their mind is dry. Новостями. Делись новостями. Смотри новости на телеканале 7, 18 и 19.30. Енисейская Сибирь. Территория уникальной географии. Богатое историческое и культурное наследие. Это мощь и красота природы в творчестве гениев. Енисейская Сибирь – это энергия и сила ресурсов в экономике страны.
главный потенциал будущего в жителях региона. Енисейская Сибирь – это новый этап развития России. Энергия рождена природой. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию в города. Мы работаем с промышленным сектором, от цеха одежды до металлургического завода. Полный цикл, включая технологическое присоединение и поставка электроэнергии по тарифам дешевле рынка. Экономия и бесперебойное производство – ваш приоритет и наша цель. Мы делаем все, чтобы люди спасали жизни, путешествовали и учились. С Энергоальянсом социальные объекты работают стабильно, потому что наши ценности – здоровье, образование и благополучие вас и ваших детей. Мы несем энергию в дома. Обеспечиваем электричеством строительные объекты и готовые квартиры. Нашим опытом и оборудованием пользуются уже 6 районов Красноярска. Их питают 50 подстанций общей мощностью более 100 мегаватт. Энергоальянс. Это энергия для прогресса, энергия для комфорта по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Энергоальянс. Энергия для жизни. Праймкрафт. Праймкрафт. Итак, друзья, мы в эфире. Соревнования, я вас приветствую. Ведущий на сцене. И хочется сказать, что сегодня у нас осталось уже на финал Апофеоз две номинации. Номинация «Фитнес-бикини», которые будут соревноваться в абсолютном первенстве. И здесь сегодня любители у нас сходятся в схватке с про-атлетами. Три представительницы про-дивизиона здесь будет. А затем та самая долгожданная номинация «Мужской бодибилдинг», также абсолютное первенство. И также у нас два про-атлета. Два про-атлета будут соревноваться. Я думаю, для женской половины аудитории все-таки более долгожданная «Фитнес-бикини». Да. Поэтому я смотрю на список участниц, и это впечатляющий список. Это топы наши, нашего «Бикини». И Настя Золотая, и Галя Масловская, и Маша Мацкан. Много-много девчонок. При этом, очень... да, Андрей, смотри, со всех уголков России приехали спортсменки к нам, да, то есть... Казахстан есть. Округа, Алтайский край, Приморский край, Казахстан, да, совершенно верно, Челябинская область. То есть спортсменки со всех краев России приехали
И хочется сказать, конечно, после вчерашнего дня, вот сегодня мы работаем, комментируем на данном мероприятии, в финалах очень ровный уровень, потому что вчера еще встречаются атлеты менее подготовленные, более сегодня очень высокий уровень. Конечно, судьям будет непросто. Плотный такой, как бы идут стеной атлеты. Все выглядят шикарно, все максимально подготовлены. Интересно, конечно, что будет в номинации «Фитнес-бикини». Вот нам показывают зал, толпа людей. Ну вот, высокий интерес. Денис молодец, конечно, на самом высоком уровне организовал проведение. Сейчас последние приготовления перед выходом спортсменов производятся. Будем делать прогнозы на номинацию или пока просто посмотрим? Надо, как говорится, посмотреть всех, чтобы какие-то прогнозы делать, потому что все познается в сравнении. Я со своей стороны, конечно, очень хорошо знаю Масловскую Галину, очень уровневая спортсменка, серьезная. Где-то, думаю, уже заранее буду просто за нее по-человечески болеть, потому что как бы лично знакомы, да? Первая категория. Да, мне в этом плане сложнее, потому что я знаю где-то треть от этого списка точно, а, возможно, в лицо еще кого-то знаю, поэтому постараемся оценивать. Ну, вот девчонок всегда тяжело, вот мне лично оценивать было, потому что да. Как-то нельзя абстрагироваться от мужского восприятия, от женской красоты, и это вносит свои коррективы всегда, поэтому меня вот сколько звали судить бикини, я всегда так немножечко отхожу, потому что... Для меня все девчонки богини. Хороши и прекрасны, да. У меня такое же абсолютно восприятие. Не всегда согласен с судейскими оценками. Итак, друзья, у нас выходит на сцену. Мы начали с бодибилдинга. Все-таки с бодибилдинга начинаем. Мужские номинации у нас сейчас идут первыми. Спортсмен так, под номером да, 68. Горбачев Дмитрий уже на сцене в Новосибирской области. Дальше вот Павел Котлубаев, 77 номер. Очень успешно вчера выступал, да? Ему долгое время не хватало качества, несмотря на его сумасшедшие пропорции. У него отличные ноги, хорошая талия. И в этот раз он реально постарался, довел качество. Хотя, интересный момент. Да, Бекузаров Максим, номер 96, Нижегородская область. Чемпион России. Нижегородская область, но выступает успешно в Москве. В прошлом году выиграл абсолютку, обойдя... звезду бодибилдинга российского Виталия Угольникова. Очень одаренный, серьезный атлет. Вчера Максиму чуть-чуть не хватило до выхода в призы, да, но сегодня он снова будет бороться. Возможно, за ночь он чуть улучшил кондиции. Итак, следующий у нас спортсмен представляет Красноярский край. Андрей Шепелюк, номер 101. Вчера выступал в категории до 90 килограмм. Очень известный спортсмен с большим всегда стажем. Шикарно. Очень харизматично вел себя на сцене предварительно, когда были, ну скажем, у нас шуточные сравнения. Показывал амбиции, говорил, мне не важно с кем бороться, я приехал за победой. Следующий спортсмен у нас представляет город Москву, номер 104. Беляев вот, Владимир. Шепелюк и Беляев, это вот два атлета, которые вчера показали... что они не имеют дыр, не имеют минусов. Они не такие большие, как наши фавориты сегодняшние, но идеальные пропорции, проработка. Да, класс, да. Радуется, знаешь, такой и должен быть бодибилдинг. Совершенно согласен, Андрей. Все-таки в нашем спорте важно визуальное восприятие, сбалансированность. Гипертрофия должна быть красивой, эстетичной. Все мышечные зоны должны быть развиты, проработаны. Общая эстетика. И поэтому зачастую спортсмены из более легких категорий становятся абсолютными победителями. Номер 259, Денис Бажанов. Денис Бажанов. Вчера он, конечно, расстроился второму месту. Давал мне интервью, говорил, что будет улучшаться, будет делать все, чтобы победить. Даже несколько таких слов сказал, достаточно острых, в сторону своего соперника. Посмотрим, что будет очень сегодня. Очень заряжен, да? На победу парень, да. 328 номер, Алексей Горелик, Иркутская область. Давайте посмотрим на спортсмена. Вот, кстати, Алексей вчера обошел Шепелюка, который вот несколько атлетов назад... Ага. Мы лицезрели. Да. Очень плотный. Видишь, какая у него плотность?
Да, компактный, круглый спортсмен, весь такой шарообразный, наполненный. Посмотрим, действительно, как он будет смотреться в линейке. Так, следующий спортсмен у нас... Сергей Бобров. Да, номер 362, он представляет Кемеровскую область. Да, это мой такой хороший товарищ. Очень хорошо, такой фанат бодибилдинга, прогрессирует от сезона к сезону. Сделал классную форму в этом году. Прекрасно подвел с очень глубокой дефиницией на квадрицепсе, сухие и ноги. Отдает, вот согласись, есть у него вот эта энергия. Да, да. Молодец, заряд. Харизматичный спортсмен, действительно. Итак, 399 номер. Герасимов Антон, Челябинская область. Очень высокий, крупный атлет, молодой. Да, это, как я вчера сказал, эстетика новой школы. Прекрасное телосложение, прогрессирует парень, несмотря на юный возраст. В этом году добавил в спине, но об этом чуть позже поговорим. Совершенно, да, очень хороший спортсмен. Один из наших фаворитов, Алтайск, Красноярский край, номер 400. Также он выступает и за Алтайский край. Михаил. Сазонов, конечно же, выходит на сцену. Очень результативно спортсмен вчера выступил, показал шикарную форму. Да, при таком, я помню, когда Миша начинал еще выступать, у него были проблемы с пропорцией, с массой, потому что высокий рост. Но то, что он с собой сделал и в какой форме пришел, это действительно феноменально. Потрясающий спортсмен, действительно, несмотря на габариты, на рост очень массивный, сбалансированный, очень хорошее качество показал вчера. Тот самый Илья Луковец, да, который Луковец является интригой соревнований, да, представитель Белоруссии. Сегодня у него первый выход, очень интересно он, на да, него посмотреть. Не выходил на сцену, и очень много разговоров, да, в какой же форме Илья приехал. Судя по всему, Илья в обойме. Очень да, жесткий. Ягодицы, бедра. Класс. Ой-ой-ой. Да, серьезно, будет, да, Андрей? Серьезно. Очень серьезно. Смотри, как настроен на победу. Сжимает кулак, улыбается, показывает зрителям. Я приехал побеждать. Итак, еще один фаворит. Представитель про-дивизиона, обладатель профи-карты номер 505. Кузнецов Алексей. Очень тоже спрогрессировал атлет. Если в прошлом году он выступал с весом около 114, сейчас он почти 120 килограмм выставляет на сцене. Тоже молодой, очень, очень жесткие прорезанные бедра. Посмотрите, какое качество ног. Класс. Леша заметно спрогрессировал, в очень хорошей форме приехал. Да. И я с ним тоже общался, решительно настроен только на победу. И заключительный завершает выход спортсменов в этой номинации номер 507. Комбэк. Комбэк. Обладатель профи-карты. Да, Виталий, Виталий Фатеев, 100 лет не выступал. Очень интересно посмотреть, какую форму привез. Виталий заслуженный спортсмен, чемпион Арнольд Классик. Выступал профессионалом в NPC-дивизионе. О, да. Жесткие Слушай. Ноги. Очень резные ягодицы, даже на виде сбоку, это сразу видно. Круто. Наполненный, надутый такой верх, хороший. Прорезанные ягодицы. Уверенной походкой выходит Виталий тоже. Я думаю, здесь нет никого, кто не хотел бы победить. Поэтому каждый спортсмен выходит с амбициями чемпиона, победителя. Слушай, человека, это будет который... очень интересно посмотреть в сравнениях, потому что Виталий... очень классную форму показал на Арнольде тогда, феноменальную. Но в профессионалах у него не очень задалось. Потом он в элит про вернулся, потом делал большую паузу. И многие его уже списали со счетов. Но да, то, что мы сейчас видим, это очень впечатляет. Довелся. На самом, да, на самом деле, это неожиданное возвращение Виталия, потому что он не выступал. И когда говорили, что Виталий будет сегодня здесь, до конца не верилось. То есть все-таки, может быть, это какая-то дезинформация, но он приехал. Ну что, у нас, уважаемые зрители, сейчас будет начинаться раунд сравнений. Спортсменов, скорее всего, разобьют в группы по 5 человек, будут приглашать на центр сцены. И первая группа атлетов выходит на центр сцены. Сравнение пропорций, сравнение в обязательных положениях. А, все? Все спортсмены, да. Несколько удивительно, да. Но я думаю, это для начала. Первоначальные, да.
Давайте смотреть, уважаемые друзья, посмотрите, высочайший уровень, очень плотная, ровная категория. Андрей Шепелюк, несмотря на то, что выступает до 100, смотрится, кажется, ощущение не меньше, например, чем Денис Бажанов. То есть настолько вот, вот со спины сцена. Это вот будет самое интересное, потому что спина и ягодицы – это те группы мышц, которые доходят в самую последнюю очередь. И если спереди все вроде как на уровне, то, как правило, задние позы показывают, кто батя в доме. Совершенно верно. И, конечно, самый такой тугоплавкий жир, как правило, на ягодичных мышцах. И если на них видно поперечную дефиницию, то это показатель действительно, что спортсмен находится в очень и очень хорошей форме. Соглашусь, Дим. Как раз таки вот, что Виталий Фатеев, что Илья Луковец, мы, я думаю, с тобой единогласно смотрели именно на эту область, чтобы понять, конечно, в каких кондициях они. Так, первая пятерка. Это не... Это просто порядковый номер. Да, уважаемые зрители, сейчас проходит первое сравнение. Просто группу спортсменов выводит, выбирает из этих спортсменов наиболее подготовленного, под наиболее 96 Бекузаров Максим, который стал вчера пятым из пяти. Я с ним общался, очень не хотел, чтобы его это демотивировало, но он понимает свой уровень, понимает, что есть куда улучшаться. Очень хотел улучшиться к сегодняшнему дню, и, по-моему, у него это получилось. Но нужно посмотреть со спины. Вот меня он интересует. Именно низ спины у него вчера был подзалит. Ну, на самом деле, да, ночь – такой период, за который можно улучшить форму. Действительно, можно еще улучшить кондиции, качество. Ну, вот я всегда на второй день становился лучше, потому что первый день – это прожимка хорошая. Да. А второй день, если ничего не накосячить, то можно прям стать глубже. Ну, достаточно качественная спина. У него своеобразная спина. Да, я именно это хотел сказать. Пока мне сложно делать какую-то оценку. Как хорошо смотрится под номером 77 Паша Котлубаев. Да, Котлубаев. Он очень большой, колоритный спортсмен, очень мышечный. Ему в этот раз удалось поймать баланс между наполненностью и сухостью. Да. Даже ягодицы со спиной хорошо смотрятся. Мощные бедра. Бедра, огромные трапеции. Всегда были вот, да, его визитные карточки. Следующая четверка. Живая музыка на сцене. Не везде кайф встретишь, будет, да? На барабанщиках я бы тоже пау-пау-пау. На самом деле, действительно, вот не припомню какое-нибудь шоу, где живая музыка играла на сцене. Это классно. Да, давайте вернемся к спортсменам. Так. Перед нами Денис Бажанов. Денис Бажанов. И все-все-все, да. Да. Герасим. Идет позирование. Хорошо смотрится. Очень важно, знаешь, вот не потерять в своем фанатизме, не потерять свежесть, вот эту мышечную. Да, да. Бывает такой... так, что ты настолько стараешься, что ты становишься немножко, твоя мускулатура становится пожухлой, такой, немножко БУ. И вот всегда приятно наблюдать за такими парнями, как Герасимов. Такое свежее молодое мясо, да? Свежее молодое мясо на правильном костяке. Очень эстетично смотрится. Да, мне он, ну, я скажу так, генетически по габаритам он напоминает Мишу Сазонова, тоже высокий, широкий. То есть, да, мне кажется, что есть. Спортсмен с очень большими перспективами. Что-то вольфовское, знаешь, такое. Есть, плечи, да. Тонкая талия, хорошие ноги. Выраженная такая харизматичная внешность. Так, ну что скажешь по Бажанову относительно вчера? Я думаю, что заметных улучшений я пока не вижу. Я думаю, впечатление, вот я не буду, конечно, со стороны сейчас делать предварительных выводов, но ощущение, что... Да, сравнение с Сазоновым. Да, да. Но ощущение, что немножко жесткости Денису не хватает. Немножко жесткости Денису не хватает. Он очень большой, массивный, сухой. Так, это очень интересная четверка. Сазонов, вчерашний победитель. Уверен. Кузнецов Алексей. Так, Илья вот Луковец, Луковец, Фатеев, и Фатеев. Это три атлета, Фатеев, которых, да, мы вообще не видели. Ну, Луковец шикарен. Спереди. Ракурс нам выбрали сейчас не самый удачный. Хочется, конечно, посмотреть всех участников. Сепарация грудных, да, очень хорошая. Нет, Илюша в форме. Илюша привез форму, приехал за победой. И очень круто, что они вдвоем сейчас стоят с Сазоновым.
Да. Так как я думаю, именно они будут бодаться за первое место. Очень сухие ягодицы у Виталия Фатеева. Волокна. Слушай, Фатеев, вот интересно, интересную форму привез. Он реально сухой. Есть некоторые проблемки с спина сухая, смотри, очень да. хорошо, очень классное качество. Есть некие проблемки со средним сектором, да. немножко не контролирует. Вот это вот как раз-таки последствия большого стажа. Но форму привез очень круто. Форму, безусловно, Виталий привез. А по статистике, конечно, комбэк – это очень сложно. И зачастую как раз не очень хорошо получается. Но Виталий показал, что форму он способен сделать даже после паузы. Он приехал жесткий, наполненный, сухой. Очень высокая конкуренция, поэтому сказать, как дальше ляжет карта, очень трудно. Алексей Кузнецов тоже показывает. Молодец, Виталий очень глубокие бедра покрыл. Да, да. Посмотри, как луковец смотрится. Луковец смотрится как про, реально. Очень массивный, очень много мяса. Очень плотный, большой, наполненный, да. Как говорят сейчас шутку, доработав вчера смену пожарника, сегодня Леша здесь на сцене в Siberian Power Show сегодня показывает. Да, вот такие у нас профессионалы. То есть, как правило, бывает ассоциация, что профессионал он только тренируется, другой да. ничем не занимается. Но... Если кто не понял, Дима к тому, что Илья работает в пожарной службе. Да, у себя в Беларуси, пожарник. Да, на благо Родины трудится, а когда не трудится, работает на масушку. И приезжает сюда за первым местом, да, в том числе вот такой уникальный спортсмен, одаренный, яркий. Итак, у нас... Что, сейчас будет самое интересное. Сейчас, собственно, первый судьи вызов. Выберут, да, first call out, так называемый первый вызов. Это те, да, пятерка, скорее всего, или четверка, которые, собственно, и будут лидировать в категории. Да, на самом деле, вот то, что мы сейчас наблюдали, это было предварительное сравнение. И сейчас судьи будут вызывать сильнейших и наиболее подготовленных, по их мнению, спортсменов в категории. С нетерпением ждем, кого же они позовут. Друзья, это однозначно фавориты, которые будут бороться за первое место. И этот первый вызов – это очень ответственный момент. Тут может показаться, что сейчас ничего не происходит. На самом деле нет. Судьи смотрят, оценивают и ждут. Парни это знают, поэтому сейчас да. Те номера, которые будут называть, они будут этому очень радоваться и выходить на центр сцены, потому что это будет означать, что они фавориты. Но, кстати, такая почему-то некоторая расслабленность среди спортсменов. Обычно в этот момент стараешься включаться. Ты знаешь, я бы назвал это уверенность. Ну, здесь согласен. Каждый чемпион и каждый понимает, какое бы он место ни занял, он форму его тусовки. Уже заценили, да, соответственно. Да, он на своем месте, поэтому это лучшее, что может быть в России на данный момент, лучшее соревнование. Да, но я полагаю, спортсмены. Что уровень здесь, я вчера у себя писал, я думаю, что выше Европы, может быть, где-то вот мир, выше любительских многих, Арнольд Классик, да. очень, по крайней мере, категория 100+. Топовый уровень. Каждый спортсмен, который стоит на сцене, это личность, это стаж, это опыт, это колоссальная наработка качества, рельефа, мышц. И действительно очень-очень сложно выбирать из них самого крутого. Да, здесь есть, на мой взгляд, фавориты, но в целом очень ровная, да, линейка. Оркестр продолжает нас радовать. Так, я здесь немножко подтусовываюсь, если что. Создают атмосферу, да. Итак, 5 участников. Пятерочка. 259. Денис Бажанов выходит первый. Вперед. Номер да, вот. 400. Номер 400. Михаил Сазонов. Так. Михаил Сазонов. 452. Очень Илья интересно. Луковец. Илья Луковец. Номер 505. Илья Луковец. Алексей Кузнецов. Кузнецов в топе. Номер 507. Виталий Фатеев. Так. Так, ну, Леша, так, кстати, так. очень хорошо смотрится. Мощный дельта такой. Ну что, топ-5, вверх. Скорее всего. Возможно, конечно, что-то поменяется, но в целом топ-5 будет выглядеть примерно. Думаю, да. Все спортсмены, представители супертяжелой категории, кстати, все выступают свыше 100 килограмм. Так, очень интересно сейчас посмотреть сравнение Луковец, Сазонов и Фатеев. Кстати, очень сейчас мы с тобой посмотрим Леши этот коллаут и потом дадим прогнозы. Посмотрим, да. что избудется. Так, Илья очень наполненный, очень детализированный. Леша Кузнецов.
Очень, кстати, у Леши, говорю, хорошая подтянутая талия, очень хорошая пропорция. Чуть-чуть Виталию не хватает, мне кажется, именно вот пропорции в плане живота, да, немножечко как будто широковато талия смотрится. При этом спортсмен предельно сухой. Михаил Сазонов, Михаил один хорош, из фаворитов. Хорош. Мощный, наполненный, его поза. Объемный, широкий. Показывает Дениса Бажанова крупным планом. Очень хочу посмотреть. Бажанов, Сазонов, Луковец. Виталий наработал Виталий. Качество, да. Ой-ой-ой. Кузнецов, Луковец. Очень, конечно, у Леши хорошее качество. Мясной, наполненный. Так, давайте смотреть. Широкая очень спина у Миши Сазонова. У каждого, причем, такая специфическая генетика спины, расположение мышц. Смотришь, у одного очень хорошая ширина, но у другого вроде хорошая масса внутренней части тела. Вот поэтому и проводятся соревнования, чтобы да. посмотреть сравнение и сделать свои. Потому что, ну, каждый из них обладатель эталонного телосложения. Да. Но только когда ты сравниваешь, понимаешь, что... Можно выявить самого... одаренного, да, спортсмена. Кузнецов очень хорош в этой позе, конечно. Талия и ноги, это его V-образность. Да, глубокий пресс. Так, но, честно говоря, больше всего меня впечатляет Илья Луковец, конечно. Я вот тоже наблюдаю за спортсменами. Ну что, можешь сказать по этой пятерке свой прогноз? Выделяется Леша Кузнецов. Давай топ-5, давай топ-5. Просто вот так... Посмотрим. Наверное, я не буду сейчас прямо давать прям четкий прогноз, но вот Луковец, Кузнецов, Сазонов – это спортсмены, которые сейчас, вот мне кажется, здесь в фаворитах. То есть они наиболее выигрышны, наиболее подготовлены. Они не хочешь прикинуть? Ну, давай прикинем. Давай я первый, если хочешь. Ну, давай. Я думаю так, Сазонов первый. Ой, нет, Луковец первый, Сазонов второй. Третье, четвертое – Кузнецов, Бажанов. Тут надо подумать. И пятый, я думаю, что Фатей. Ну, я тогда дам свой прогноз. Все-таки, наверное, да, соглашусь, что Илья Луковец, вот так, как я сейчас вижу, смотрится наиболее приоритетно. Лешу я бы поставил на второе место, потому что, в принципе, мне очень нравится его пропорции, глубина проработки бедер. Это вот его просто еще харизма. По-братски ну, может быть. Но я пытаюсь быть объективным. Я тоже не хейтер, мне он тоже очень нравится. И я, в принципе, не против, если он станет третьим. Да. Он заслуживает этого места. Миша Сазонов тоже, я говорю, очень хорош. Вот опять один из показателей, что Илья сейчас в центре стоит. Это говорит о том, что по нему смотрят остальных пацанов. Скорее всего, здесь мы с тобой угадали. Вот, вот оно называется, так скажем, опять же, тихое, спокойное появление. То есть вокруг других спортсменов было много интриги. Мало обсуждали Луковца. Вообще спрашивали, какой он в форме. Никто ничего не знал. Он ходил в костюме. Разделся только сегодня. И действительно очень хорошо смотрится на сцене. Причем Луковец – это тот атлет, который всегда показывал хорошую наполненность и массу. Но он был не всегда стабилен с точки зрения детализации и сухости. Качество, да. Да, и не... поэтому его появление, ну, лично я ждал, и была интрига посмотреть, какое. Но он привез топовую форму. Тут, да, даже и... вот нельзя сказать, вот, что бы можно было бы доработать в его случае. Но чисто вот эстетически, может быть, немного добавить бицепс бедра. Но в целом я не вижу вообще... ну, каких-то дыр вообще нет человека. Да, такое. Посмотрите просто... в этой даже позе, какое качество у широчайших. Очень хорошая просто общая масса, такая мышечность, плотный. Мускулистость, именно культуристичность, да, так назовем это. Спасибо. Спасибо, потому что все зрители возвращаются в линию. Это был первый выход. Да, очень интригующая, конечно, категория, очень спорно. Мы будем ждать окончательного, конечно, решения судей. Сейчас у нас еще одно сравнение, будут сравнивать спортсменов, которые
по мнению судей, чуть менее подготовлены. То есть второй вызов, да. А потом произвольные программы, в которых, как ни странно, тоже существует понятие оценки. И могут поменять так или иначе баллы и приоритеты после выполнения произвольных программ. В том числе такие случаи бывали, когда спортсмен вдруг показал мощную произволку, и его оценивают потом чуть выше. Невероятная атмосфера стоит на сцене. Играет живая музыка. Даже тут мы сидим с Андреем, чувствуется вибрация по полу. Так. Ждем выхода. Ждем второй коллаут. Да, ждем второй коллаут. Почему-то пока у нас возникает пауза. Вызова пока нет. Ой, ну слушай, первый коллаут, конечно, меня очень впечатлил. Не разочаровали ребята, ни Илья, ни Леша Кузнецов. Ну, слушай, это тот именно турнир, которому делают максимальную форму. Да. Потому что это и престиж, это и хороший призовой фонд. По сути, номер это 77, наш Арнольд Классик. Номер 96. Так. Номер 101. Еще номер один вызов. 104, номер 328. Номер 399 и номер 507. Да, оставшаяся группа спортсменов выходит на сцену. Причем вот, скажем, тоже подготовка этих атлетов ничуть не хуже. Взять того же Павла Котлубаева, он очень большой, он очень мускулистый, то есть он с претензией на самые высокие места, но в силу техничных причин у нас попадает во второй коллаут, во второе сравнение. Кому-то надо уступить пятерочку. Вот, Виталия Фатеева, да, поставили рядом коллаут, с ним, совершенно верно. Это тоже показательная вещь. Возможно, в пятерку кто-то поднимется из этих ребят. Да, судьи пока не пришли к окончательному выводу. Если Виталий стоит здесь, значит, его хотят сравнить с этими участниками. Возможно, а давай поразмыслим, кто может потенциально занять место Виталия. Вот Паша Котлубаев, 77 номер. Я думаю, что может. Беляев может. Может Беляев, да. Потому что не такие большие, но это эстетика. И это тоже отсутствие каких-то дыр, минусов. Да. Макс, вот тоже хорош. Тоже хорош. Но вот всегда такая история, знаешь, когда ты хочешь максимально прогрессировать, тебе приходится жертвовать ядерным качеством, так или иначе. А оно зачастую имеет очень большое значение. Как раз, может быть, вот какой-то мелкой доведенности пленочка вода может сыграть эту роковую роль. Потому что бывает вот еще буквально потеря 1 литра, и все, вот вся мускулатура у тебя раскрылась, ты выступаешь гораздо более успешно. И причем, к сожалению, бывает вот так вот дома перед выходом или уже накануне в зеркале, так иначе, это не так заметно. Кажется, что ты предельно сухой, настолько вот тонкая здесь грань, что только на сцене при ярких прожекторах в гриме вдруг выясняется, что вот чуть-чуть не хватает, да? Да, да. Спортсмены выходят вперед уже за линию. Посмотрите, Виталий у нас уже стоит. Виталий хорош. Вот Виталий в этом сравнении реально хорош. Он видно, что это профессионал. Даже по сравнению с топовыми ребятами из вчерашнего любительского дивизиона. Так, ну что, я думаю, что вот Паша Котлубаев хороший претендент на 5-е место. Да, очень большой спортсмен, но очень мышечный. Мне кажется, я смотрю, он даже ходит такой тяжелой поступью. Сколько он интересно весит, не знаешь, Андрей, на сцене? Нет у тебя данных? Такое ощущение, что порядка на 120. Он мне говорил, но что-то за 110. Да, 114, что ли. Но я думаю, что я даже больше, Андрей, потому что взять Лешу Кузнецова, у него 119 вес, представляешь? Ну, так вот рядом стоит Макс, он 107. Да. Он 107. Очевидно, что Паша в разы, не в разы, 120. Солидно, да. Больше. Да, 120, кажется, 120. Но, как мы знаем, вес на сцене не главное. Но, кстати, он всегда очень интересен зрителям, да, то есть как бы бодибилдинг все-таки в целом и зачастую связан с тем, сколько ты весишь, сколько вес. И у нас кто самый тяжелый участник? Получается, Михаил. Спасибо. Он, по-моему, привез порядка 130 килограмм. Кстати, Виталий Фатеев, вот как хорошо, свет на него очень жесткие падает. Ягодицы, ты знаешь, да, такие. Он кругленький, да, вот грудные, дельты, такое мясо очень... Наполненность, да, совершенно верно. Он такое, знаешь, виноградные грозди. Нет при таком качестве, нет ощущения плоскости мышц. Очень интересно, конечно, очень интересно. Герасимов.
хочется, чтобы они больше включали ягодицы. Совершенно верно. Я думаю, мы оба видим спортсменов, которые... Да, немного. Да. То есть вот смотрите, уважаемые зрители, я думаю, даже вам заметно, насколько вот необходимо каждую мышечную группу включить в работу. Повернулся спиной, где-то не напряг ягодичные, и сразу несколько баллов потерял, потому что все должно быть предельно включено. Да, уже усталость накапливается. Виталий у нас отпозировал в первом коллауте, сейчас во втором. Но он мощный профессионал, он умеет это делать, но это тяжело. Да, вот по первой пятерке... Наверняка те, кто смотрит сейчас трансляцию, не замечали каких-то таких усталых настроений. Знаешь, кто-то расслабился, вся пятерка заряжена, каждая мышца контролируемая, держится. Да. И всегда, когда ты видишь, когда атлет расслабляется в каких-то позах, там, боковых, расслабляет ягодицы, это уже говорит о потенциальном таком энергетическом проигрыше. Потому что, допустим, судьи – это тоже люди. Мы, зрители, тоже люди, мы тоже ловим эту энергию. И когда человек на сцене живет и готов отдавать энергию, вот как Сережа, посмотри. Спасибо. Да. Он хочет отдавать, он живет на сцене, и это всегда подкупает. И это больше шансов. Да, когда спортсмен действительно где-то устает, теряет энергетику, это заметно, это однозначно заметно. Это может повлиять на итоговое место. Да, тут нужно воевать. Да, это третий коллаут. У нас вот два спортсмена остались. Собственно, даже не поворачивается язык называть аутсайдерами их. Очень хорошая тоже классная качество, форма, да, у обоих. Слева, кстати, это... забыл фамилию, к сожалению, но парень, который по мастерам выиграл всех. Это мастер. Соответственно, Андрей говорит о том, что возрастная категория старше 40 лет. У спортсмена, там да? Все окей, с ногами, как посмотрите, правило... какая глубина, какая дефиниция. Да, это... ни одной жиринки под кожей нет. И вот это спортсмены, которые стоят перед нами, находятся в группе как бы отстающих, да, кто правильно говорит, Андрей, не поворачивай язык так назвать, потому что насколько высокий уровень в категории, что даже вот такие спортсмены, им приходится нелегко. Спасибо вам большое. Итак, напоминаю, что перед нами на сцене 13 участников сейчас соревновалось. Спортсмен отправляется на второй раунд, готовится ко второму раунду, сравнение в произвольных программах. Сейчас каждый из атлетов будет ее показывать. Насколько я знаю, в про-дивизионе по музыке по времени ограничений нет. Спортсмен может позировать сколько угодно. Но, как правило, программа длится порядка минуты. Для зрителей небольшая минута. Кто-то со сцены решил не уходить. Да, кто-то остался на сцене, кто-то остался на сцене. Самые хитрые. Но это профи. Как говорится, могут себе позволить. Да, совершенно верно. Я думаю, зрители рады. Полный зрительный зал. Пожалуйста, уже судьи просят покинуть сцену. Спортсмены никак не могут уйти. Ребятки, вот кто смотрит трансляцию, напишите в чат. Или где-нибудь напишите. Можете мне написать куда-нибудь. Напишите, как вам свет, как вам сцена. Вот я вижу вживую, меня это очень впечатляет. Напоминают лучшие годы Олимпии. Помнишь, когда там такие выходили, там, Леброн? Да, 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 да. И, не жалели средств на подготовку соревнований, на вот это вот, на антураж, на вкладку. То есть все было очень... И здесь, конечно, да. Освещение, яркость, вот это вот самая такая полированная сцена, чуть ли не зеркальный пол, все очень красиво. И свет на участников очень правильный. Да, и при этом, кстати, задник, несмотря на то, что он яркий стилизер, он не портит вид, он не съедает атлетов. То есть бывает, что настолько яркий задний фон, что атлет теряется, но здесь этого нет. Вот это в том числе и прорабатывалось позавчера. Да. Я сам немножко... одним глазком подсмотрел. Это, конечно, такая очень серьезная технология, выставить в себе весь этот свет, чтобы и атлеты были в выигрышном ключе смотрелись. Ну что, друзья, мы находимся с финалистами финального шоу Siberian Power Show. Сейчас завершилось выступление первый раунд категории бодибилдинг. И справа от меня фаворит данного турнира Михаил Сазонов. Миш, ну, я думаю, да, в представлении ты особо не нуждаешься, но все же пару слов от себе. Зовут Михаил Сазонов, коренной житель Красноярска, команда «Колизей». Алтайский край.
Скажи, пожалуйста, мне кажется, самое сложное — это как раз-таки быть фаворитом, потому что от тебя уже чего-то ждут, какие-то возлагают надежды, на тебя это как-то психологически или морально давит, или... Я всегда, честно говоря, соревнуюсь сам с собой и никогда не смотрю соперников, кто в какой форме, потому что на мою подготовку это не повлияет, я продолжу делать свой план. И стараюсь всегда выходить в максимально возможных кондициях. Каждый турнир для меня турнир серьезного значения. Ну, это подход настоящего профессионала. А вообще, как оцениваешь сегодня свое выступление, свой выход? Все ли получилось? Получилось все, что планировал. На сегодня я готов, поэтому уже как оценят судьи. Ну все, тогда с нетерпением ждем результатов и еще выхода. И скоро произволка, да? Да, в произвольной программе. Удачи тебе. Спасибо большое. Следи за новостями. Делись новостями. Смотри новости на телеканале 7, 18 и 19.30. Енисейская Сибирь. Территория уникальной географии. Богатое историческое и культурное наследие. Это мощь и красота природы в творчестве гениев. Енисейская Сибирь – это энергия и сила ресурсов в экономике страны. Главный потенциал будущего в жителях региона. Енисейская Сибирь – это новый этап развития России. Рождена природой. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию в города. Мы работаем с промышленным сектором, от цеха одежды до металлургического завода. Полный цикл, включая технологическое присоединение и поставка электроэнергии по тарифам дешевле рынка. Экономия и бесперебойное производство – ваш приоритет и наша цель. Мы делаем все, чтобы люди спасали жизни, путешествовали и учились. С Энергоальянсом социальные объекты работают стабильно, потому что наши ценности – здоровье, образование и благополучие вас и ваших детей. Мы несем энергию в дома. Обеспечиваем электричеством строительные объекты и готовые квартиры. Нашим опытом и оборудованием пользуются уже 6 районов Красноярска. Их питают 50 подстанций общей мощностью более 100 мегаватт. Энергоальянс. Это энергия для прогресса, энергия для комфорта по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Энергоальянс. Энергия для жизни.
Скрипач-виртуоз Герман Дмитриев. И те, кто следят за Сибириан Пауэр Шоу, знают, что выход такого музыканта означает только одно, что на сцену поднимается категория фитнес-бикини. Прошу приветствовать. Номер 44 друзья, открывает категорию. Ой, ребятушки, самая красивая кульминация начинается этого вечера. Я самые думаю, красивые девчонки. Абсолютно точно. Я думаю, что многие сейчас девушки примкнули к экрану, наконец-то дождались. И первая Мацкан Маша выходит. Ну, куколка, что сказать. Да, девчонки начинают с дефиле, каждая спортсменка будет выходить. Смотри, какой это театр. Какой это театр. Это все-таки не двойной бицепс выдавливать. Как приятно, и совсем какая другая атмосфера. Ну вот. Здесь, наоборот, такое ощущение, что не принято напрягаться, да? Да, если конечно. Там максимальное напряжение, тут такая расслабон, красота. Это инь и янь. Янь нашего спорта. Да. Грациозно идет спортсмен. Потому что, мне кажется, если бы не девчонки, мы бы всех тут друг друга перегрызли, переубивали на сцене. А Кайгородова Дарья из Беларуси, по-моему, девочка. Или сейчас, давай посмотрим. Да. Беларусь, да, Беларусь, совершенно верно, да. Даша, 52-й номер, очень классная девчонка. Пропорции клевые. Эстетичная. Не очень высокая. Да, на самом деле спортсменки соревнуются в абсолютном первенстве. Это значит, что нет ростовых критериев. То есть спортсменки любого роста встают в одну линейку, сравниваются. Поэтому здесь мы посмотрим на очень разных представителей этой номинации. Сульженко Дарья, Краснодарский край, кубаночка, так сказать. Такая яркая внешность тоже у девушки, стройная талия. Фигура. Очень тонкая талия. Да, безусловно. Классные пропорции. Девчонки сейчас, наверное, смотрят, высматривают там грим, макияж, как волосы сидят. Мы, конечно, далеки от этого, но каждый раз приезжаю в Красноярск, 6-й год подряд, я прохожу мимо номеров, когда я иду к себе в номер, и смотрю, как днями и ночами девчонки просто кучами красятся, наводят марафет, и я думаю, господи, хорошо, что... Что я не женщина, я да, не выступаю. Нам все это не надо. Потому что вот этого вот... Так, Полина. Малухина. Малухина, номер 70, Челябинская область. Вот, чтобы выглядеть так на сцене, нужно, конечно, очень много усилий потратить. Не только в зале. Да, такая непринужденная легкость. Может показаться, что не существует понятия подготовки и тому подобное, но это совершенно не так. Тяжелые тренировки, диеты, кардио, работа с хореографом, постановка программ, макияж, купальник, туфли. Хохлова Мелисса. Какое красивое сочетание. Москва, 143 номер. Мелисса. Какое интересное имя, да? Замечательное имя, да. Блондинка, кстати, первая, по-моему, у нас. Насколько плавный переход от ягодицы к ногам, то есть настолько такая вся красивая линия тела. Слушай, мы, кажется, слишком восхищаемся. Нам надо быть более, знаешь, конструктивными. Но у нас это пока что плохо получается. Давай попробуем. Я вот согласен с тобой, но ничего не могу с собой поделать. Будем стараться. Смотрите, как классно смотрится силуэт, да, когда еще света нет. Просто мультяшка. Такая тонкая талия. Наталья Золотухина. Шикарнейшая фигура. 152, да. Алтайский край. Да, вот Алтайский край, Челябинская область, Беларусь, Краснодарский край. Сколько красивых девчонок. Опять со всех уголков нашей страны приехали спортсменки сюда. Не только страны, да. К сожалению, жалко, что из Украины никто не смог приехать ввиду обстоятельств. Да. Будем надеяться, что это временно. Всем спортсменам большой привет, кто не смог приехать, кто смотрит трансляцию по каким-то обстоятельствам. Не смог добраться. 181 номер. Волкова Анастасия из Питера. Знаешь такую?
Лично нет. Ну, очень хорошая съехал, форма. Нормально, да. Зачет. Небольшого роста спортсменка, такая миниатюрная, да? Волосы. Наверное, девчонки сейчас говорят, что у нее очень шикарные волосы, потому что укладка вот эта вот. Да. Классно. Очень приятно наблюдать за вот этой грациозностью, такой кошачьестью, что ли. И это все только смотрится так очень плавно, покладисто. Я знаю, сколько девчонки тратят на то, чтобы это так выглядело, потому что, ну, условно, вот попробуй выйти в купальнике на каблуках, да, это будет что-то несуразное, что-то такое не сексуальное и дерганное. Поэтому каждое движение, каждый пальчик даже, вот все, кто смотрит трансляцию, обращайте внимание на стопы, на кисти, на движение рук, потому что на положение плеч. Да. Потому что это все углы, это все проработано по много раз. И зашито уже в подкорку. Да, совершенно верно. 214 номер Жданова. Жданова Мария, Томская область. Вот волосики вот так вот сначала нужно убрать, чтобы посмотреть, какие у нас трапециевидные, ромбовидные мышцы. А потом их обратно так хлоп и отклониться. Прекрасно. Из да, я вот смотрю... края Кристина Вертиева, 240 номер. Смотрю на спортсменах, насколько на самом деле высокий уровень у каждой из них. У всех вот осиные вот, талии, Кристина, шикарные пропорции, да? Да. Тоже известная спортсменка, чемпионка. Очень интересные пропорции. Но когда смотришь по отдельности девчонок, они все, конечно, богини. И все идеальны. Самое интересное начнется в сравнениях, конечно, потому что это абсолютная категория. Здесь разный рост, разные пропорции, разное соотношение длин там, шеи, талии, ног. И вот в этом многообразии найти... Так, у нас тут восточная красота. Что это у нас? 519 номер. Аиша Каипова из Казахстана приехала, девчонка. Аиша. Да, Аиша. Вчера, кстати, она выступала очень результативно. Сегодня она здесь, в финалах. Очень интересные ягодичные, видишь, как генетика да. уходит так, в бедро. Заднее бедро перетекают плавно, это да, вот такой, наклонные линии. Азиатские нотки. Да. Анастасия Золотая. Так, ну что, Настенька, выходи, посмотрим на тебя. Анастасия Золотая – это наша звездочка, наша суперзвезда, выигравшая очень много турниров. Ну и как личность она интересная. Она такая очень самобытная девчонка, яркий образ. И посмотрите, какая форма. Я думаю, что со мной многие согласятся. Я думаю, я не предвзят. Форма, несмотря на то, что она в жизни смотрится… Да тут все девчонки в жизни смотрятся прям малютками. Но на сцене, конечно, это завораживает. Да, действительно, когда подходишь к спортсменке, они все такие худенькие-худенькие, маленькие-маленькие. Но на сцене действительно вот мне этот кажется... вот антураж, он весь такой яркий, пышный, красивый. То есть... Да, сидят два быка и обсуждают, какие маленькие бикини. Да, но с другой стороны, это нормально. Кто как не мужчины лучше так, а не оценит наоборот, да? женскую номинацию. И действительно, конечно, колоссальный труд за спиной каждой спортсменок. Даже что касается Шестакова. Юлия Шестакова. Тоже проатлет. Проатлетка. Под 525 номером. Уверенная в себе девочка. Я ее, кстати, вот на регистрации подприметил. Снимал. Очень красиво позирует. Спокойно, уверена в себе. Да, очень уровневая спортсменка. Не спешит. Это вот тоже такой показатель профессионализма, когда нет суеты. Когда ты знаешь, что у тебя есть свое время на сцене. И есть что показать. И ты просто демонстрируешь свою форму. Классно.
У нас так. Еще две спортсменки не вышли на старт. Одна. Галина Масловская. А, Галина Масловская. Это Галя. Наша суперзвезда. Галенька Масловская, номер 530. Она проатлетка тоже. Посмотрите, я всегда она мне, знаете, кого напоминает? Сейчас ее полностью покажут. Вот аватара, в хорошем смысле слова. Она вытянутая, она высокая. И вот эти вот бедра, талия перетекающая, она прям вот как... Помнишь аватаров? Ну, конечно, таких вот красивых аватарах, вот этих таких синеньких. Высокая, вот, длинноногая. Галя очень, конечно, поражает. Она и вживую очень эффектная. Да, шикарная, конечно, фигура. Галя приехала в прекрасной форме. Я думаю, что, кстати, да, вот именно Галя будет бороться в первую очередь за самое высокое место. Согласен. Не принижай, пожалуйста, остальных девчонок. Но я могу сказать, что уровень у всех очень ровный. И действительно, выбрать кого-то вот прямо на первый взгляд сложно. Ты заметил, что пока девчонки дефилировали, нас ни разу не показали. То есть даже операторы залипали. Видимо, вот нас услышали, да. Но на самом деле операторы, я вас прекрасно понимаю, мне на наши, собственно, рожи гораздо менее приятно смотреть, чем на сцену, поэтому можно нас не так часто показывать. Итак. У нас первое сравнение, сейчас пока по порядку номеров. Сравнение. Вот интересно посмотреть, насколько маленькая Даша, да, вот из Беларуси под номером 52, она вторая порядковый номер у нее. А какая она крошечка по сравнению, вот, например, с Дашей Сульженко, 64 номер. Так, ну давайте посмотрим по пропорциям. Значит, вот это, мне кажется, самая интересная поза. На самом деле хорошо подчеркивает мускулатуру спины. Так, внимательно оценивает пропорции спортсменок. Так, ну что, вот здесь очень важно. Так. Симметрия, соотношение длины ног. Талия. Да, ноги, но вот очень важно, чтобы они не были сильно напряжены. То есть напряжение излишнее. Да, такая умеренная дефиниция. Да. Баллы. То есть нужно показать максимально, как будто бы ты не напрягаешься, тебе все нравится, все хорошо, но у каждой из девчонок, стоящей сейчас на сцене, внутри происходит буря и эмоций, и напряжений. Они каждый сейчас держит в голове вот эти все углы. Как держать плечики, талию. Вот здесь очень важно, да, показать талию в выигрышном ключе, но в то же время, чтобы и ягодичные, и бицепс бедра не пропали, съели. Да, съели в этой пропорции. Номинации действительно очень важный момент – это раскрепощенность на сцене, вот уверенность в себе, работа, потому что… Это опытом достигается. Да, для женщины выйти первый раз на сцену в купальнике, красиво двигаться, работать далеко не просто, и здесь нужен действительно большой опыт. И, разумеется, где-то ты чуть-чуть закрепостился, где-то чуть-чуть ты не раскрылся, и сразу большое количество баллов можно потерять. И, как правильно говорит Андрей, при этом нельзя суетиться, дергаться. И потому у каждой спортсменки есть свой хореограф или наставник грамотный, который вот эту работу на сцене выстраивает, который помогает здесь все-таки и раскрепоститься, и показать себя. Должно быть красиво, должно быть эффектно, грациозно. И вот у нас как раз в данной номинации все это присутствует. Выходит следующая сравнение. Пятерка. Да. А Настя Золотая, 522, 525. Юлия Шестакова. И вот 530. Обратите внимание, насколько Галя отличается. Да? Она высокая, но вот этот ее рост пошел ей не... Вот почему я с аватаром сравнил. Да? Обычно более высокие девчонки, им более тяжело достичь пропорционального развития. Да, чем но выше человек, Галя, тем симметрия больше страдает. Вот увеличенная копия Насти Золотой. Да? Посмотри, какая разница в возрасте, но эстетика... Действительно, на самом деле... Так, давай вот посмотрим, вот сравним, например, да? Нет, давай сейчас посмотрим на всех девчонок, а будет первый колл-аут, и мы тоже сделаем с тобой прогноз, так, чтобы интереснее было. Ну, как в этот ты раз думаешь, ты первый скажешь. Ну, мне,
мой прогноз, что в первый коллап вот Галина Масловская и Шестакова Юлия попадает однозначно. То есть, подожди, а золотая Настя? И золотая Настя, кстати. Ну вот, на самом деле, неудивительно, потому что все три спортсменки представляют именно про-дивизион. А это значит, это высокие титулы за спиной, победы на крупных чемпионатах и так далее. Поэтому и форму они прекрасно удерживают. Соответственно, вот как раз вот в коллауте, наверное, скорее всего, наши про-спортсменки окажутся. Ну и... Я думаю еще, ну, хотя вот так. Опять же, давай посмотрим сейчас первый коллаут. По-моему, не все девчонки еще вышли на сцену, да? Я думаю, что все, не все в целом участвуют. Да, их 14, они выходили, получается, по 7 человек? Нет. Что я пропустил? Нет, у нас так, все по графику. Сейчас будет первый. Все по графику. Да, сейчас спортсменки ждут вызова сильнейших, волнуются. Ушки на макушке. Ушки на макушке ждут, когда же объявят именно ее, да, какую-то конкретную спортсменку. Каждый верит, что в этот первый коллаут попадет, потому что действительно уровень очень высокий, все настроены на самые высокие места. Маша, все стоят, волнуются. Сульженко Дарья. Ты за кого-нибудь болеешь, кстати, сам, вот, Андрей? Сульженко Дарья, я ее до этого не особо знал, точнее, вообще не знал. Но пропорции очень прикольные. Вот тоже образ яркий. Дарья Кигородова. Дарья Сульженко. Так. Малухина. Мелисса Котлова. Наталья Золотухина. Анастасия Волкова. Проговаривают сейчас с фамилиями на спортсменок. Еще раз. Судьи пока принимают решение. Видите, не торопятся, да. То есть необходимо выбрать объективно. Необходимо не ошибиться. Поэтому сейчас еще... Снова и снова судьи, я думаю, оценивают спортсменок. В этот момент, конечно, девушки не расслабляются, работают, улыбаются, пытаются привлечь в себя необходимое внимание, чтобы в первый коллаут попасть. 5 или 6 спортсменок попадут в это первое сравнение. Обычно всегда по 6 участниц у нас выходят в первом коллауте. Поэтому давайте ждать фавориток. Предварительные прогнозы мы сделаем, потому что все три про-спортсменки находятся в очень хорошей форме. Но номинация у нас здесь. Представьте, так стоять, держать пресс. Вот мы только что на пацанов смотрели, да? Вот они как бы расслабленно стоят, а девчонки не могут себе такого позволить. Они все стоят в стоечке, держат плечики, держат талию, при этом улыбаются. Девушки под номерами 522, 525. Только такое движение. Ну что? Грудной клетки показывают, что тяжело стоять уже, конечно. Так. Как мы и прогнозировали, золотая. Так. Шестакова, Масловская, это про. Но это не секрет ни для кого. Это три профессионалки. Очевидно, что они фаворитки. Будет ли кто-то еще? Или топ-3 сначала будет? На просьбу участницам стоять фронтально. Да, топ-3. Но как мы вели сегодня подсчет. Ну что, мы видим... Скручиваться и стоять фронтально. Фавориток категории. Ну вот как можно топ-3, конечно, расставить среди них, когда Настя обладает какой-то... своей атмосферкой и восприятием, да, Галя совсем другая. Как раз такое ощущение, что из разных все ростовых категорий, да. Так, ну давайте посмотрим. Ну вот Юля Шестакова в центре, которая, она кажется наиболее мышечной, по крайней мере, вот поверху. По бокам все-таки девчонки, они какие-то более... хочу сказать, сбалансированные, но ну, выраженная такая тоже, да, мускулатура спины. Но, тем не менее, ну, все спортсмены, на самом деле, достаточно такие изящные, стройные, необремененные. Возможно, именно это и ценится. Да, мышечной массой. Ну, Настя куколка. И Галя. Да и Юля. Юля, такое впечатление, что она такая наиболее проработанная. То есть у нее очень такая жесткая мускулатура. Это вот. Комментировать бикини, ребят, это, конечно, дело такое. Но мы не я думаю, многие Андрей, парни, кто сейчас смотрит трансляцию, понимают меня. Я пытаюсь из трех идеальных девчонок назвать более идеальным. Такое себе занятие. Идет сравнение пропорций. Девушки встают фронтально, поворачиваются боком, спиной.
со всех сторон необходимо спортсменок посмотреть. Так, оценить. Давайте вот по этой позе. Все равно ничего не понятно. Скажем, очень похожая симметрия спины, соотношение длины ног и ягодиц. Это просто, ты знаешь, вот да, я вообще да. Бикини, я почему тебе опять пари предложил насчет прогнозов, да? Потому что, ну, обычно я в бикини более-менее угадываю, но здесь ровное, и я, честно говоря, не знаю вообще. Топ-3, я снимаю с себя ответственность за прогноз. Ну, давай просто вот приколимся, придумаем просто. Ну, мне хочется, Андрей, знаешь, сказать, что спортсменки вот настолько похожи по телосложению, такое ощущение, что они отличаются только по росту. Настолько вот пропорции похожи. Развитие бедер, узость талии, вот это развитие плечевого пояса, да, все очень идентично. Здесь можно только, наверное, давать свои пристрастия с учетом, кому какой рост нравится, да? Ну, вот. Поэтому, ну давай говори свой прогноз. Так, а мы же договорились, что в этот раз ты первый. А, начинается, да? Никто не хочет быть крайним. В прошлый раз мужиков я первый говорил. Прогноз. Ну, все-таки давайте скажу так вот со стороны свое мнение. Все-таки мне Галина Масловская больше тебе не импонирует. Она очень высокая, статная, длинноногая. Нравится мне, честно скажу. При этом, действительно, она очень харизматичная, яркая спортсменка. Но все равно, вот честно, неоднозначно, потому что каждая из них в равной степени может претендовать. А у тебя, Андрей? Еще, знаешь, важное такое замечание. Важно понимать критерии судей, которые судят соревнования, потому что вот Юлия, которая была посередине, да, темненькая девочка, она была более подсушенная. Да, непонятно, да, это ее внимание. Преимущество в данных соревнованиях или наоборот. Вот в этом вопрос. Кстати, совершенно так, верно. Давай посмотрим на второй коллаут. Совершенно верно замечает Андрей, потому что, кстати, накануне каждого сезона проводят судейский семинар, вносят какие-то изменения, коррективы при оценке в номинации бикини, в том числе. Тоже бывает, классные, что вообще красивые девчонки. Да, Андрей, что-то с каждым годом где-то по мелочи меняется. Вот Дашуля очень тоже классно смотрится. Ну что ж, я прошел аплодисменты. 52-й номер. И вот мне... Под номером 240 у нас Кристина Вертиева. Невольно обращаю внимание еще и на лицо, конечно. Нет, лицо обязательно, это часть образа, конечно. Да. Но здесь, видишь, случайных девчонок нет. Здесь про и победители вчерашних соревнований, поэтому... Очень-очень плотный такой уровень. Тяжело найти прямо аутсайдеров, тяжело найти тех, кто на голову выше других. Да, совершенно. И позирование у всех поставлено. Обычно видно аутсайдеров по позированию. Знаешь, они либо отклячивают попу вот сильно, либо вот как-то поджимают сильно в боковых позах, да, вот они сильно сжимаются, там у них шея пропадает, вот как-то вот такие вещи, они тоже очень показательные, но здесь девчонки классно позируют. Каждый чувствует себя в своей тарелке на сцене. При этом практически синхронно выполняют повороты, выставляют руку в сторону, то есть как будто... Вот приятный ракурс, например. Да, идеальная форма ягодиц, длинная нога, все это здесь присутствует у спортсменок. Девчонка из Казахстана, кстати, такая сухая. У нее в боковой позе даже ягодицы секутся. И так видно по ногам. Я прошу аплодисментов для всех участниц этой категории и приглашаю всех участниц этой категории. Вот у Маши очень красивый образ. Она такая матрешка. Итак, всех участниц просят встать в линию. В зале оживление. Слышно аплодисменты, выкрики. Спортсменки ставят. Как я понимаю, основной этап сравнения завершен. Маша немножко, конечно, не хватает ей вот по отношению, допустим, с профи. То ли миска, то ли вот наполненности какой-то. Но все-таки нужно отдать должное, что вот на в данной категории любительский уровень очень плотно идет с уровнем профессиональным.
что несмотря на отсутствие у спортсменок многих профи-карты, очень высокий уровень показывают. И, возможно, они, кто-нибудь из них все-таки займет какое-нибудь призовое место в тройке, хотя у нас есть явных три фаворитки, да, и все они из продивизиона. Мы будем ждать решения судей, потому что, да, мы с Андреем несколько так, находимся в растерянном состоянии, чтобы окончательно делать какие-то выводы. Не все так очевидно. Да, ты знаешь, я даже вот хотел, когда шел комментировать сейчас бикини после перерыва, я думаю, так, не буду сильно лебезить, скажу, вот если буду замечать минусы, я их скажу. Типа, ну, это же спорт, почему нет? Мужчинам я вот со всеми ребятами в хороших отношениях, но я могу где-то сказать, кто не в форме, кто не держит средний сектор, у кого проблемы там с пропорциями и так далее. Я не вижу в этом проблемы. А вот с девчонками умываю руки. Я вообще, ты знаешь, смотрю вот на тренеров фитнес-бикини и на тех, кто судят мужчин. И я такой думаю, офигеть вы требовательные ребята. Как вы разбираетесь в этом? Ну что, состоялся самый, наверное, долгожданный и волнительный выход фитнес-бикини про. Ну что, девочки, как у вас ощущения? Вы такие все заряженные, красивые, у вас особенные купальники, я заметила, у всех. Скажи, пожалуйста, Юль, вообще, как твои, наверное, первые эмоции? Все-таки это такой дебют, можно сказать, да, уже на ступеньку выше. Поделись. Ну, эмоции самые разные, я еще их начала испытывать неделю назад. Просто спектр, не знаю, от волнения, адреналина до радости, потому что для меня соревнования – это праздник. Особенно такой красивый фестиваль. Спасибо большое организаторам. Сцена космическая. Вот. Только положительные эмоции. То есть я наслаждаюсь своим первым выходом. Вот. Пожалуй, все. Форма отличная, мне кажется, просто. Маша, теперь твоя очередь дать самое лучшее интервью. Скажите, пожалуйста, вообще, я еще хотела задать вопрос по поводу атмосферы на сцене, живая музыка, вот эти спецэффекты, вообще, как ощущения? Атмосфера просто бомба, особенно когда ты выходишь под дым, сразу хочется взять перья и вот таким вот образом выходить на сцену. Очень классно, я переоделась, вот сегодня я впервые в купальнике Бикини Про, это для меня очень классный опыт, вообще я считаю, что это потрясающая возможность вот девчонкам из любителей постоять на сцене про, посмотреть себя с девчонками-профессионалами. Атмосфера просто офигенная. Спасибо большое организаторам за такую возможность развиваться и видеть себя со стороны и улучшаться. Да, мы тоже вас видели со стороны, это, конечно, было прям космически. Ну все, ждем тогда награждения, ждем итогов и желаю удачи. Спасибо большое. Следи за новостями. Делись новостями. Смотри новости на телеканале 7, 18 и 19.30. Богатое историческое и культурное наследие. Это мощь и красота природы в творчестве гениев. Енисейская Сибирь – это энергия и сила ресурсов в экономике страны. Главный потенциал будущего – в жителях региона. Енисейская Сибирь – это новый этап развития России. Рождена природой. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию в города,
Мы работаем с промышленным сектором, от цеха одежды до металлургического завода. Полный цикл, включая технологическое присоединение и поставка электроэнергии по тарифам дешевле рынка. Экономия и бесперебойное производство – ваш приоритет и наша цель. Мы делаем все, чтобы люди спасали жизни, путешествовали и учились. С Энергоальянсом социальные объекты работают стабильно, потому что наши ценности – здоровье, образование и благополучие вас и ваших детей. Мы несем энергию в дома. Обеспечиваем электричеством строительные объекты и готовые квартиры. Нашим опытом и оборудованием пользуются уже 6 районов Красноярска. Их питают 50 подстанций общей мощностью более 100 мегаватт. Энергоальянс. Это энергия для прогресса, энергия для комфорта по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Энергоальянс. Энергия для жизни. Ну что ж, я прошу судей приготовиться, нам предстоит второй раунд в мужском бодибилдинге, раунд произвольных программ. В бикини купальник про, ты знаешь что-нибудь про это, что представитель бикини есть свой определенный стиль купальника? Да, представляешь себе, есть другие купальники, чисто для про, и если ты не достоин звания про, то не вздумай его одевать, этот купальник. Обалдеть. Вот это да. Да, там и с каблуками есть свои нюансы. Сколько тонкостей, да? То есть в области бикини нужен какой-то действительно такой эксперт, который будет... Таких экспертов у нас много. Да, это целая индустрия, серьезная. Бижутерия, мейкап, я даже слушал, да, считается купальник. Круто. От Сваровски украшения, да. У нас первый спортсмен на сцене Горбачев. Горбачев Дмитрий, да. 68. Выступал вчера в категории мастеров и единственный, ну, он победил. И в мужской категории занял призовое место, второе, по-моему, или третье. И выступает сейчас среди про. Со спины шикарно смотрится. Да, хорошая мышечная масса, проработка. Но здесь очень высокий уровень. И... Я гораздо стал более уважительно относиться к возрастным спортсменам, когда самому за тридцаточку перевалило. Потому что понимаю, что с каждым годом возраст работает против тебя, и тебе все тяжелее держать баланс между сохранением или развитием мышечной массы, держать показатели здоровья на должном уровне, держать средний сектор, который начинает раздувать. Появляются какие-то проблемы с тренировкой, может быть, ног ввиду какой-то такой стажа, да, и усталости организма. В общем, тонкостей гораздо больше, чем когда ты просто приходишь и фигачишь в зале в 20+. Так, Паша Котлубаев, 130 килограмм на сцене, мы узнали, сходили как раз. То есть можете представить, да, сухой массы 130 килограмм.
И посмотрите на эти пропорции. Спереди эти ноги такие бананообразные, хорошие бицепсы. Вот эта поза, это его. Три четверти мало кому подходит поза, но он прям в ней хорош. Очень массивный спортсмен, огромные руки, огромные ноги. Ноги причем очень сбалансированы по вот квадрицепс, бицепс, бедра. Да. Нередко у спортсменов проблемы с этим. Мне кажется, что если бы Павел чуть-чуть пожестче сделал форму, буквально литр-два воды еще бы вывел. Слушай, ты знаешь, вот он для себя показал топ-форму. Я помню, какой он был до. Просто все познается в сравнении. Опять-таки, нельзя сделать невозможное, наверное. Я думаю, что он планомерно все равно будет улучшаться со временем. Потому что прогресс в мышечной массе его уже не так интересует. У него мышц достаточно. Теперь ему нужно сконцентрироваться на качестве, на жесткости, Спасибо. На кондициях. Категория участник под номером 96, представитель нижегородского бодибилдинга Максим Бекузаров. Максим Бекузаров. Максим. Он прославился тем, он давненько выступает уже, по-моему, с 18 или 17, или даже с 15 года. Я его помню, как он начинал, был такой улыбчивый парнишка. Еще ничего у него из вот этого, что мы видим, огромных ног и спины не было. Вот. Но из сезона в сезон он прогрессировал. И посмотрите на эти пропорции. У него очень интересное крепление мышц спины. Да, очень мощный разлет широчайших такой. Очень такие бочкообразные ноги. Ну да, с мышечной массой все в порядке. В прошлом сезоне он выиграл у Угольникова абсолютку на России, забрал. То есть это топ России. Вот. Он добавил в мышечной массе. Немножко ему не хватило довестись вот до ядерного качества. Но опять же, это всегда палка о двух концах. Когда атлет еще хочет прогрессировать в мышцах и старается сделать при этом максимальное качество. Вот у меня в свое время было с этим проблемы. Ты когда дожимаешь качество, ты, получается, возвращаешься к тем же весам, не фиксируешь вот этот вот свой прогресс в мышцах и стараешься найти между этим баланс, не всегда попадаешь. Но Максиму Бекузарову, конечно, чуть-чуть не хватает, опять же, детилировки. Во мне не очень шикарная У него все форма. Есть данные для этого. Да, да, есть возможность выступать, мне Посмотрите, кажется, результативно. Посмотрите, вот это классная поза. Вот Шепелюк вот, выступает в одной категории, не прогрессирует в весах. Но зачем, с другой стороны? Ведь это и есть бодибилдинг. Вот тот самый бодибилдинг, ради которого мы все в зал пришли. Посмотрите, просто какая приятная картинка. Получил, кстати, Андрей приз за произвольную программу. Да, произволка класс. Я Эстетика, танцую. Да, качество. Такой вот классический культурист. Наутилус Помпилиус. О, это прекрасно. Легко, Я спокойно. Думаю, что вот для обывателя, кто смотрит трансляцию, они вот отметят, что вот это не про экстрим, не про менструозность, а это про эстетику и приятное впечатление, да, человеческое лицо бодибилдинга. Так, мне кажется, хочет выглядеть большинство. Спасибо. Да, насколько видите, разноплановые спортсмены на сцене, у каждого свои сильные места. Давай бицульки покажем. Давай бицульки покажем. Да. Мы тоже неплохие. Причем Андрей... Когда-то были. Да, Андрюша, ты всегда в форме, на самом деле, не скромничай. Взаимно, взаимно. Ну вот. Беляев Владимир. Беляев Владимир. Это тоже вот парень, который меня всегда радует стабильностью, прекрасное качество. Вот тоже без дыр. Смотришь, и все на своих местах. Приятное позирование тоже такое, не без тряски, без выдавливания, при этом все хорошо видно. Бывают ребята, знаешь, которые ноги. Как будто бы недонапрягаются, а здесь четкая проработка, спасибо, при этом это спасибо, легко спасибо. Дается. Это профессионализм. Да, хороший спортсмен. Так, ну что ж, Бажанов, Денис. 259 номер. Собственно, главный скандал вечера.
да? Да, спортсмен, что... вокруг которого очень много сейчас внимания, ожиданий. Мне очень понравилось, как он мне вчера дал комментарий, интервью. Вот. Достаточно был резок. И в этом его плюс, на самом деле. Потому что свою позицию нужно четко заявлять, аргументировать. Если ты не согласен с местом, четко заявлять об этом, говорить. Давайте посмотрим. Это, конечно, вот очень интересный спортсмен. Безумно огромная масса, проработка грудных. Сейчас посмотрите, в каких-то позах очень будет заметна глубина. У него очень глубокие мышцы, несмотря на то, что он массивный парень. Вот. Есть некоторые, может быть, вопросы к нему по поводу плеч и рук. Некоторые подозревают в каких-то локальных инъекциях. Но я могу сказать, что это не бросается сильно в глаза. Это не выглядит искусственно, по крайней мере, слишком. Потому что ему удается сделать глубину и качество. И в прошлом году он был в феноменальной форме. Ну, Денис действительно такой представитель. В этом году он привез, по-моему, на 7 килограмм больше мяса. При этом не ухудшилась его форма. Посмотрите на бицепс бедра. Это тоже на низ спины. Очень важно. Пау. Да, это огромная мышечная масса. При этом у Дениса, кстати, форме. Он в форме. Да, просто... Очень хорошая генетика. Соотношение ног, рук, размер спины, размер грудных. Он действительно большой спортсмен. Вот это его поза. Очень впечатляющий спортсмен. Спокойной, размеренной походкой. Ходит, а что суетится? Да, плавно работает, уверенно. HP, максимальная мускулистость. Эмоции в зале. Зал аплодирует. Вчера был он сильно недоволен своим вторым местом, тем, что он проиграл несколько баллов, по-моему, всего лишь Сазонову. Да. Говорил, что у Сазонова проблемы с руками, с талией. Денис считает себя лучше. Ну, сегодня в сравнениях еще посмотрим. Еще посмотрим, да, в принципе. Спасибо. Спасибо, Денис. В очень хорошей форме спортсмен. Но общий уровень, опять же, здесь очень высокий. Смотрим дальше. Опять же, напоминаю, что программы оцениваются и могут повлиять на итоговую расстановку мест. Поэтому... 328. Горелик, да. Алексей, Иркутская область. А этот парень меня впечатлил. Прежде всего, ну, если не брать пропорции, которые у него тоже идеальные. Сейчас вот нам покажут его вместе с ногами. Вот обратите внимание на талию. Достаточно такой вытянутый средний сектор. Но из-за того, что очень плотный плечевой пояс и очень плотные ноги, это смотрится очень эффектно. И у него вот именно плотность. Хочется как будто бы, чтобы он додавил сильнее. Вот он... Вот это его поза тоже. Это... Ну да, такой очень, говорю, круглый, шарообразный спортсмен. Вот он именно, знаешь, жесткий. Вот жесткий, не сколько сухой, да. Сколько вот реально видно, что он такой. Обычно это свойственно тем, кто предпочитает силовой тренинг. Вот видно, что он такой прям... Прям, да. Вот, спасибо. Прям хочется, спасибо, знаешь, кулачком вот так вот плотная, по плечу. Жесткая, да, мускулатура спортсмена, да. Да, красавчик. Сергей Бобро. Я буквально полгодика назад приезжал к ним в Кемерово проводить семинар. А он там такой предводитель бодибилдинга. Очень много ребят проходит там трансформацию у них. Я вообще был приятно впечатлен, когда приехал в Кемерово наблюдать вот за этой атмосферой, которую он создал. Вот, а многие люди болеют культом, ну не болеют в хорошем смысле слова, да, культом бодибилдинга. Вот. Да, прогрессирует парнишка, он достаточно молодой, вот, я его знаю с человеческой стороны. Есть дети, есть супруга, есть любимое дело, старается вот у себя в городе
развиваться по максимуму, свои магазины спортивного питания. Ну, молодец парень, вот реально светлый парень. Да, пример вот, человека, который всесторонне его... развивается, да? Да, да, поэтому вот хочется таких ребят больше видеть и больше поддерживать, потому что именно они или мы, давай уж себя тоже туда причислим, тоже стремимся. Что скажешь про форму? Форма, ну это лучшая его форма. Это лучшая его форма, он довелся, он очень в форме, в плане кондиций. Хотя у него тоже были очень проблемки. Хорошо проработан, вот бросается в глаза такой действительно без лишней воды, то есть такой действительно Антон довелся. Герасимов, вот мне он, знаешь, кого напоминает? Молодого Сазонова, да? Вот ему есть еще куда мясо накидывать, не самый мясной атлет, но пропорции, вот. Вот эта поза очень мы классная. Уже говорили, да, Андрей, что действительно что-то с Мишей Сазоновым у них есть общее. Габаритный такой же, высокий, широкий. То есть вот какие-то есть такие общие критерии. Действительно, надо просто еще работать, тренироваться. Слушай, он добавил вот в спине по сравнению с прошлым годом, он добавил, как будто бы она в два раза больше стала. Очень плотно. Вот посмотрите со спины. Сейчас будет широчайшие сзади. Опа. Да. Да, вот спина у него, не, скажем так, задатки спины не любительские. Потому что вот по спине, в частности, даже у меня эта проблема. У Адама Абакарова, у многих проблема это спина. Потому что это сложная группа мышц с определенной своей с контекстом, скажем так. И большой приоритет имеют те ребята, которые нашли ключик к развитию спины. Да. И Антон нашел его. Это говорит о том, что перспектива... Работало, здесь добавить. Хочется сказать, что сейчас вышел, мое мнение, один из фаворитов в категории, потому что все-таки на фоне даже этих... Это первое-второе место. Да, главная Миша выделяется сейчас. А вот, собственно, и Илья Луковец. Пожарная приехал. Служба Беларуси. Гордость Беларуси, да. И России, и всего СНГ, потому что... У этого парня профессиональный подход. Сепарация грудных на очень высоком уровне. Готовит Илью Фидель Седых, известный в узких Дефиниция кругах. Ягодиц очень хорошая. Фидель наверняка сейчас смотрит трансляцию. Большой привет вам передаю. И низкий поклон за ваш подход, за вашу работу. Приятно лицезреть такой тандем. И результаты этого тандема на сцене. Ну что сказать, ну, посмотрите, бедра, это, ягодицы, я считаю, что вот это про, это реально про, это ноги, это ягодицы, это безумно общая масса. Проработанная спина, хотя со спиной у Ильи были проблемы с детализацией, он это решил, он планомерно решил все практически свои проблемы, а у него был отстающий бицепс бедра, сейчас это не так выглядит, ну и заряд. Да. Пам-пам-па-ба-бам. Наполненное, сочное такое мясо выставил Илья. Очень хороший бедра. Илья подумал, что минута регламента это не в его стиле. Начал заводить зал, толпу. Ну, как и мы это говорили, реально чувствуется. У ПРО существует возможность выступать и дольше. Как я понимаю, здесь
Илья этим пользуется. И правильно, кстати, хочется сказать, что многие ребята как-то быстро работают. Только вышел на сцену, показал несколько поз, уже уходят. Я не засекал время, но впечатление, что даже меньше минуты многие работали. А ведь посмотрите, как дополнительно можно привлечь себе внимание, еще раз заинтересовать зрителей. Шикарная HP, поза максимальной мускулистости у Лие. Да, ребятушки, кто смотрит трансляцию, напишите куда-нибудь, напишите, на кого вы ставите, Сазонов, Луковец. Это очень интересный вопрос. Хочу объявить Алексея Кузнецова, моего товарища из Санкт-Петербурга. Леша очень добавил мышечной массы. Сейчас у него вес на сцене 119 килограмм. Очень узкая талия, глубокие проработанные ноги. Леша готов, готов побеждать. Как всегда, вот харизматичное вот позирование. Заявочка на победу. Да. Давайте посмотрим. Леша Кузнецов. Посмотрите, какая деталировка бедер. Как у нас говорят на жаргоне, елки. По ногам идут. Подперечная дефиниция. Да, форма впечатляющая. Глубокие такие Леха мышцы. Сделал максимум. Вот максимум. Да. Ноги сумасшедшие. Очень, опять же, узкая талия, хорошая симметрия, пропорции. Леша, включай ягодичные мышцы. Давай, давай, давай. И когда он включается, все хорошо. В спине Леша тоже добавил, потому что зона у него была, так скажем, проблемная. Не хватало общего массива. Перешел заниматься в клуб «Алмаз». У нас в Санкт-Петербурге очень знаменитый клуб. Тренируется под руководством Андрея Прокопьева. Результаты, конечно, видны. Леша стал больше, крупнее. Да, это школа Андрея Прокофьева. Тоже большой привет, если слышите нас. Да. Я в «Алмаз» сам любитель заехать, когда в Питере. Там своя атмосферка. Почему ты думаешь, что он сейчас должен обязательно смотреть? Это конечно, шоу, конечно, болит, Андрей. Ну так вот энергетика. Вот когда говорят энергетика, вот как завлечь зрителей, как завести зал. Это тоже вот очень важный фактор, который многие не учитывают. Это вот энергетика на сцене и да. Позитивный настрой. И люди это чувствуют, и судьи, они тоже люди. И на них это тоже воздействует все. Если ты на сцене и готов отдавать энергетически, то это всегда как бы найдет своего адресата. Сейчас даже в перерыве я подходил к Виталию Фатееву, говорил, что... Вот он, кстати. Виталий Фатеев. Я ему говорю, улыбайся и больше отдавай, отдавай. Да. То, что ты профессионал, никто не спорит. И то, что ты привез офигенную форму. Меня, на самом деле, Виталий впечатлил. Вот единственное, что к чему можно вот придраться, если это назвать, конечно, да, придраться, это... небольшие вопросы к среднему сектору. Не сильно держит он средний сектор, но даже спина, даже ягодицы не всегда стабильны у Виталия. В этот раз в обойме. Ноги спереди, посмотрите, очень хорошо проработаны. Да, Виталий действительно видно, Виталий что... Виталий немножко вышел, по-моему, вот сейчас матовый. Как будто бы у него грим подстерся. Хочется видеть его более таким глянцевым. Чуть не хватает блеска, да? Но... Да, и хочется, чтобы... Да, вот со спины молодец вообще, на самом деле. Нет, да, выжил из себя все. То есть, действительно, не жиринки на теле. Видно, что спортсмен очень и очень ответственно отнесся к подготовке. То есть... Опять же, скажем, Виталий давно не выступал. Сколько перерывов у него было? Ну, года три, наверное, да? Да, у него были проблемы со здоровьем. Он менял специалистов. Пробовал разные методики. С переменным успехом выступал. Потом был долгий отдых. И вот камбэк на Сибири. И ну, в колуарах мало кто на него ставил. То есть Виталий для многих... был таким, как бы, они считали, что Виталия покажет, ну, бледную копию себя предыдущего, но ничего подобного, посмотрите. Это достойные кондиции. Да. Причем Виталик выступает, я вам скажу, ну, с года, наверное, с начала 2000-х годов он вообще, он по лифтингу выступал, потом
когда я активно выступал, это вот 2010 год, мы с ним на Москве на абсолютке зарубались, вот тогда это вот такая эпическая была. По-моему, в 2005 Виталий вообще выступал. Да, я помню, когда я еще не выступал, это был 2008 год, 2008. И я приходил посмотреть зрителям на чемпионат Москвы, зарядиться, и мимо меня проходил Виталий Фатеев. Я смотрел, он в джинсах, и я думаю, черт побери, как он нашел джинсы. Он шел, и вот это, знаешь, наша качковская походка, да, когда ноги вот так вот идут, не прямо, приходится обходить собственные ноги, да, и вот он шел, я такой, ничего себе, Виталик Фатеев вживую. Вот так. Да. Ну, второй раунд у нас завершен. Завершен первый раунд. Спортсмены прошли все этапы сравнения, закончили выступление с произвольными программами. Мы ждем, что будет дальше. Либо мы сейчас будем наблюдать награждение бикини. Рождена природа. Прервемся на небольшой интервью. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию. Ну что, друзья, мы близимся уже к завершению сегодняшнего дня. Совсем скоро мы узнаем имена победителей и чемпионов турнира Siberian Power Show. А пока у нас есть еще немножечко времени, чтобы пообщаться с нашими спортсменами за кулисами. Ну что, скажите, пожалуйста, откуда вы, представьтесь, немножечко расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из города Новосибирск. Мне 40 лет, я здесь присутствую, имею честь. На таком великолепном мероприятии. Обстановка, организаторы, участники, все на высоте, судейский состав. Вообще просто нет слов. От музыки, от всего. Вот, кстати, насчет музыки и насчет вашей произвольной программы. Скажите пару слов вообще, как вы ее готовите, кто ее придумывает, ставит? Ведь, наверное, нужно же, чтобы она отражала как-то вас, да, какие-то выражала, возможно, мысли, эмоции, что-то вы хотели донести до зрителя. Ну, музыка и самопозирование – это от моих друзей из Казахстана. Да, она мне очень нравится, эти переходы и эпическая часть. Я люблю позировать, я люблю сцену, люблю зрителей. Я обожаю бодибилдинг. Ну, я думаю, сейчас вы получили огромное удовольствие, выступая при такой большой аудитории, при таких спецэффектах, при такой музыке и вообще от самого турнира. Какие впечатления? Несомненно, я выступаю здесь в пятый раз. Денису огромная благодарность за всем, кто присутствует. Там много ребят, которые волонтеры и все прочее. Здесь громадная работа. Я даже не представляю, сколько здесь трудов. Поэтому я каждый раз рад присутствовать здесь. Это великолепное, великолепное событие. Великолепное. Спасибо большое. Ну что, ждем награждения. Спасибо. Следи за новостями. Делись новостями. Смотри новости на телеканале 7, 18 и 19.30. Енисейская Сибирь. Территория уникальной географии. Богатое историческое и культурное наследие. Это мощь и красота природы в творчестве гениев. Енисейская Сибирь – это энергия и сила ресурсов в экономике страны. Главный потенциал будущего в жителях региона. Енисейская Сибирь – это новый этап развития России. Рождена природой. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию в города. Мы работаем с промышленным сектором. От цеха одежды до металлургического завода. Полный цикл, включая технологическое присоединение и поставка электроэнергии по тарифам дешевле рынка. Экономия и бесперебойное производство – ваш приоритет и наша цель.
Мы делаем все, чтобы люди спасали жизни, путешествовали и учились. С Энергоальянсом социальные объекты работают стабильно, потому что наши ценности – здоровье, образование и благополучие вас и ваших детей. Мы несем энергию в дома, обеспечиваем электричеством строительные объекты и готовые квартиры. Нашим опытом и оборудованием пользуются уже 6 районов Красноярска. Их питают 50 подстанций общей мощностью более 100 мегаватт. Энергоальянс. Это энергия для прогресса, энергия для комфорта по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Энергоальянс. Энергия для жизни. Хочу сказать, что, конечно, но то, что мы с вами видели, стронгмены, люди совершенно фееричные, самоотдача невероятных каких-то возможностей и совершенно потрясающий характер. Я, честно говоря, потрясен тем, что увидел. И сейчас я хочу пригласить на сцену и рассказать вам еще две истории о людях тоже с характером, о людях с несгибаемой волей. И на сцену я хочу пригласить участника нашего сегодняшнего мероприятия под номером 420. Он зарегистрировался, зовут его Сумароков Антон. И следующую историю хочу рассказать. Я бы хотел, чтобы мы увидели его на сцене. Прошу помочь ему выйти на сцену. И вот какая вещь. 17 лет назад этот парень не мог не то что ходить, но даже пережевывать пищу. Черепно-мозговая травма, которая провоцировала ряд генетических изменений, с последствиями, от которых он борется и по сей день. И цель всей его жизни звучит вот как: «Я ничем не хочу отличаться от здоровых людей. Я равный среди равных». Во многом ему помогает спорт. За 6 лет занятий легкой атлетикой он пробежал более 40 полумарафонских дистанций. Полумарафон – это, так на секундочку, 21 километр бега. Он стал обладателем 2 мировых и всероссийских рекордов по состоянию, по стоянию на досках и гвоздях садху в категории «Команда». 12 часов стояния – это не предел. Участник всероссийского рекорда по массовому обливанию холодной водой, лауреат всероссийских конкурсов по декоративно-прикладному искусству среди молодых инвалидов. И сегодня он покоряет тяжелый спорт, спорт мужественных и самых сильных людей. За постоянную работу над собой и борьбу за свою жизнь его называют «Сибирский Маугли». Я хочу попросить пригласить на сцену этого человека. Антон Сумароков, пожалуйста.
taken away, it's been taken away. Does your heart feel heavy now? Seeming the solution, take those mental shackles off and throw them away. You gotta get them out of your mind. Don't you let division leave you blind. Revelation for so long, your focus has been taken away. Now you're breaking away. They may think they know you, but it's an education. No, they can't control you once you've broken away. They're done patrolling your mind. When they're searching for you, they will find. Of course, they are in red. Спасибо, спасибо, Антон. Но на этом история не заканчивается. Я вам хочу сказать, что у нас есть еще один участник, который бросил Антону вызов. Зовут его Валерий Федосеев, номер 421. Ему присвоили в 2017 году, в июле. Валерий попал в страшное ДТП. В течение месяца находился в коме. Врачи делали неутешительные прогнозы, была велика вероятность того, что он уже не выйдет из этого состояния. А когда Валерий пришел в себя, доктора говорили, что, скорее всего, он останется в недееспособном состоянии до конца своей жизни. Но Валерий с этим не смирился и с прогнозами врачей не смирился и решил, что во что бы то ни стало вернется к полноценной жизни. Долгое время он был прикован к инвалидной коляске. И вот спустя 3 года смог сам прийти в тренажерный зал, где познакомился со своим тренером. Я приглашаю его на сцену. Валерий Федосеев, участник под номером 421. Я думаю, что Валерию не надо уходить со сцены. Я приглашаю Антона тоже выйти. Сумароков Антон, Валерий Федосеев. 2 участника у нас на сцене. Мне сказали, что необходимо... Суровцев. Мне сказали, что необходимо провести сравнение. Слушайте, ну я не знаю, это просто потрясающе. Ну хорошо, давайте. Двойной бицепс спереди. Спасибо. Широчайший спереди. Спасибо. Грудь бицепс сбоку.
Я приглашаю на сцену спортсменов, которые сейчас за кулисами находятся. Давайте поддержим наших ребят. Давайте им поаплодируем по-настоящему. Спасибо. Двойной бицеп сзади. Спасибо. Лицом к судьям. Трицепс. Трицепс сбоку. Спасибо. Мышцы пресса и бедра. Спасибо, спасибо, ребята. Я прошу тренеров Сергея Венкова и Антошина Илью подняться на сцену. Тренеров этих ребят. Давайте на них посмотрим. Мы должны перейти к церемонии награждения. Давайте еще раз поаплодируем этим героям. И скажем, что это, конечно, ну, огромное, огромный труд, уважение. Спасибо. Спасибо вам большое за этот воодушевляющий подвиг. Это, конечно, невероятно. Я так понимаю, что-то должны сейчас из-за кулис, да, вынести, наградить наших ребят. Давайте это сделаем, господа организаторы. Я думаю, что тренеры могут подсказать просто, что там должно произойти. Ребят, проконтролируйте, пожалуйста. Александр Владимирович Вишневского, президента Федерации бодибилдинга России. Сейчас он поучаствует и поможет в награждении, проконтролирует. Он точно лучше всех разбирается в наградах, дипломах, кубках. Сейчас мы это сделаем. Ну, давайте еще раз все-таки поблагодарим аплодисментами наших бойцов, которые стоят на сцене, и приглашаю на сцену нашу комиссию, которая наградит наших участников. Предлагаю не уходить со сцены нашу тяжелую мужскую категорию, мужской бодибилдинг. Оставайтесь на сцене. Давайте еще раз
мы вас увидим. Я чувствую, что когда аплодировали, все разогрелись, восхитились. Мужской бодибилдинг категория. Приглашаю вас на сцену. Воодушевились, замотивировались вот этим способностью людей, конечно, но невероятное впечатление. Бодибилдинг. Что так, мы надеемся, что будут еще сравнения. Мне на самом деле не хватило сравнений, вот, например, первой пятерки, вот чтобы их потасовали, чтобы Сазонов рядом с Базановым стоял, например. Потому что это же тоже борьба. Почему мы не видим таких сравнений? Кстати, я говорил с Денисом Киюсовым, что, возможно, будет еще сравнение и, может быть, но так, нет, у нас уже идет мест. Церемония, уже награждение пошла. И вот спортсмен, вот, которого поставили... получается, у нас 12-й, да. Сергей Бобро. Пацан счастлив, доволен. Ну, очень, лучшими, конечно. С лучшими. Да, жесткая конкуренция выступил была. На офигенной сцене. Сделал максимум, пошел работать дальше. Так, 11-й, Беляев. Представляет город Москву. Ты его, кстати, очень тоже хвалил, Андрей. Хорошая форма, да, у спортсмена. Мускулистый, жесткий. Но здесь этого недостаточно. Нужно быть, видимо, еще жестче, еще больше и так далее. Итак, у нас... Так, это что получается? Минута свободного позирования, как я понимаю. Оставшиеся спортсмены пока не уходят. А, это просто типа вот как чуть-чуть. Копупаев, хорош. Робокоп. Натуральный. Илья Луковец, конечно, в очень хорошей форме. Да, Алексей Кузнецов, Михаил Сазонов, Виталий Фатеев. Спуститься традиционно, да, Андрей? Традиционно, да, спортсмены выходят. Традиция у профессионалов выходить в зрительный зал. Хотя, как бы... Ну, надеюсь, что сейчас их будет видно. Потому что здесь все-таки скорее работа уже чисто для зрителей в зале. Чтобы можно было их посмотреть. Мы сидим к ним спиной, хочется повернуться, да, лицом и увидеть ребят изблизка вживую. Но нам нужно вести трансляцию, поэтому будем рассказывать. Все спортсмены вышли в зал. Возможность сфотографироваться, посмотреть на эти мышцы. Интересно, свет падает на Бажанова. Да, колоссальная масса смотрится. Да, посмотрите на Бажанова в сравнении с обычными людьми, которые его сейчас снимают. Это тоже вот интересное. Марсианин, да, настоящий. Да, они там что-то не помещаются. Это вот картина «Слоны в посудной лавке». Денис положил случайно руку на Шепелюка и чуть не придавил его. Такой комичный момент возник. Леша Кузнецов, конечно, квадрицепс показывает, который у него в прекрасной форме, в прекрасной кондиции. Ажиотаж. Все побежали поближе к сцене. Ну, кстати, я положительно отношусь к такому. На западных турнирах часто практикуется, да, выход спортсменов в зал. Железный рейтинг снимает Generation of Bodybuilding. Операторы на месте. Танцует буквально Андрей Шепелюк. Очень позитивный спортсмен, такой довольный, заводит всех. Смотрите, человек на сушке. Человеку должно быть тяжело. Он выглядит гораздо бодрее многих, кто наблюдает за ним в зале. Кстати, очень клево вообще, красавчик. Подтанцовывает, да? Очень классно позирует, во-первых, и это как-то гармонично смотрится. И на него, кстати, основной падает. Акцент, смотри. В основном Андрея показывает. Вау, живу. Андрюха зажег. Где все остальные? На сцене уже. Виталий Фатеев. Камбэк сегодня у Виталия. Очень хороший уровень подготовки, жесткость, качество. Тоже пообщались, кстати, с ним за сценой. Волновался Виталий.
потому что действительно возвращаться не всегда просто. Спрашивал мнение, интересовался. Пришел к выводу, что да, подтянуть живот, побольше работать над тем, чтобы он был в тонусе. Ну, этот процесс, конечно, непростой. Такое классическое, да, тоже HP друг на друга в упор. Позитивная обстановка. Спортсмены, в принципе, уже практически все вернулись на сцену. Посмотрите, зрители подбегают буквально в упор. Снимают на телефоны, фотографируют. Отлично, когда есть вот такая возможность посмотреть изблизка спортсменов, которые, конечно, спасибо, производят колоссальные впечатления. Парни, не уходите со сцены. Давайте выстроимся опять по диагонали. Хочу поблагодарить нашу шикарную совершенно группу поддержки «План Дельта». Спортсмены выстраиваются по периметру. Вот-вот начнется церемония награждения. Очень спорно все в этой категории. Вот что я хочу сейчас сказать и вот что я хочу сейчас сделать. Я буду объявлять места, начиная с 10-го. Прошу спортсменов выходить на центр сцены. Я вот не знаю, мы какие-то вручаем диплом или нет. Александр Владимирович Вишневский, участник, за 10-е место вручаем, да, тоже? Хорошо. Павел Котлубаев, конечно, очень большой колоритный атлет, очень высокий спортсмен, крупный. Такими размерами выделяется даже здесь. Что, у нас десятка лучших. И мы ждем. Сейчас Дмитрий Корнюхин, ведущий на микрофоне, будет объявлять 10-е место. Им потихонечку мы уже узнаем, кто же заберет. Я даже немного волнуюсь. А заберет сколько вообще, ты знаешь, сколько? Не знаю, сколько. Я слышал, не уверен, но, скорее всего, это так, что первое место – 1 000 000 рублей. Что-то такое, да. Надо было у Дениса нам уточнить. Но спортсмены останутся довольны, причем не только первое место. 77, Красноярский край, приглашаю в середину. 77, Красноярский край. Вот как раз Павел Котлубаев у нас занимает 10-е место. Немного, честно говоря, удивлен такому решению судей. Я удивлен тоже. Большой, очень большой спортсмен. Спасибо, Павел. Ну, хочется пожелать Павлу вернуться на сцену, чуть добавить в качестве, продолжать работать, потому что очень хорошая мышечная масса. Действительно, такой тяжесть полина. Получается, что вчера Макс, ставший пятым, обошел Пашу. Да. Не говоря уже о более... Смотрите. Алексей Горелик, Иркутская область. Увидимся на банкете. 8-е место. Круглый, сбалансированный. Так. 8 и 7 одинаковое количество баллов набрали. Шепелюк. У нас такие удивленные лица. А, смотри-ка, Максим тоже стал 8-м, Максим. Да. Пропустив вперед Шепелюка и... Пикузаров Максим. Шикарная генетика, огромный размах широчайших. Ну, восьмое место, обойдя Пашу. Как думаешь, Андрей, почему? Чуть-чуть качество. С Пашей? Ну, вот место Максима. Так, вот Шепелюк седьмой. Приз за лучшую произволку. Да и, в принципе, вот, согласитесь, очень приятное впечатление. Ну, очень хорошая форма у Андрея, да. Как бы ни стал, он настолько чувствует себя комфортно в своем теле, настолько у него все на своих местах. Спасибо. И спасибо. Ничто не давит, не поддавливает нигде. Ну, при том, что вес-то 90 килограмм. Да, в этой компании очень хороший результат. Да, обойдя того же Макса, Пашу. Да, да, спортсмен действительно проявил себя. Хо, мы продолжаем. На центр сцены приглашаю Виталия Фатеева. Шестой Виталий Фатеев. Лучшее качество Виталия, которое я уже видел.
Виталий Фатеев. Ну, что можно сказать? Ни много ни мало, например, Виталий обошел Максима Бекузарова. Он обошел очень Чепелюк Андрея. Абсолютного чемпиона прошлого года. Да. Поэтому, да, это топовый уровень. Говорили... Шестое место в... Вот пятерка. Да. Так. Денис Бажанов и говорит, я прошу... Говорили, кстати, вот. Вот. Слышишь, что говорит Дима? Он говорит, что Бажанов подошел и сказал, я хочу еще сравнение. Молодец. Вот молодец, потому что мне не хватило сравнения вот его, например, с Сазоновым рядом, чтобы все было четко, чтобы не было вопросов, если что. И я его встретил в перерыве, он мне тоже говорит, Андрюх, подойди, скажи, чтобы еще было сравнение. Я говорю, да я вообще не соприкасаюсь с судьями. Ну, давайте посмотрим еще раз на спортсменов. Ну, молодец, что он сделал, добился своего. Это тоже говорит многое. Своих целей нужно добиваться. Ну что, Андрей, давай смотреть. Опять дефиниция грудных или луковца бросается отлично мне в глаза. Он напрягает широчайше спереди, и все грудные идут полосками. Это очень привлекает внимание. Но боковых хорошо очень смотрится Бажанов Денис. Денис, конечно, очень большой спортсмен. Двойной бицепс сзади у многих, выдавливает, конечно, смотрится выдавливает. Вот да. Денис молодец, работает, верит до конца. И это супер правильный подход. Он сказал, я так буду это позирование выдавливать. Я ему говорю, что у него чуть подсмазанные ягодицы. Из-за этого, ну, я сказал ему четко, что ты будешь за третье место бороться с Кузнецовым. И он говорит, еще позировано, еще надо нас сравнивать. Я, говорит, буду выдавливать, максимально буду выдавливать ягодичные. Итак, вот заключительная поза, да, HP, максимальная мускулистость. Спортсмены включают всю мускулатуру в работу. Ну, у Дениса Бажанова, конечно, смотрится очень хорошая масса тела. Огромный груз. Вообще, вот большое удовольствие наблюдать за такой борьбой, за таким топ-5. Да. Кузнецов тоже. Леша говорит, как будто последнее слово за мной. Я вышел. Да, это ваши питерские приемчики. Наша, да, фишка. Пока все ушли, мы... Ну что, вот это все-таки сравнение у нас завершающее было. Ну что, давай финальный прогноз. Значит, я думаю, что первый Луковец, второй Сазонов, третий, вот третий, четвертый Кузнецов, Бажанов. И пятый, молодец пятый, что Антошка пробился в пятерку, в топ-5. Да. Очень серьезные конкуренты были, конечно, это очень хороший результат. Да, Герасимов Антон. Ну, топ-5. Андрюш, твой прогноз пока сбывается. Антон у нас пятый. Доволен результатом, посмотрите, улыбается. Конечно, спортсмен молодой. Высокий колорит, все впереди, главное продолжать и не останавливаться. Да, вот он в начале пути, это очевидно. Очевидно, что мы на этого парня еще посмотрим. Очень хорошая форма. Герасимов Антон, он представляет Челябинскую область. Крепкий челябинский парень. Он в Екатеринбурге, по-моему, живет. Хо, кто же? Денис Бажанов. Бажанов четвертый. Но все-таки... Ну вот, я ему сказал, что он будет за третье место бороться с Кузнецовым. В итоге Кузнецов обошел его. Но немножечко не хватило все-таки, по-моему, Денису жесткости. Тройка призеров стоит на сцене. Большой, место. Очень хорошая форма. Уверенное третье место. Так, на всякий случай, серебряный призер чемпионата мира. Это Михаил Сазонов, номер 400. Вот так вот. Вот так вот. Сазонов третий. Ну, нормальный расклад. Ну, скажем, ну, как бы... Немного неожиданно, но... Слушай, очень но сильный опять же... Два про-спортсмена, кстати. Про-спортсмены. Это про-спортсмены. Это своя определенная оценка, наверное.
несколько раз мне, не мешает. Мне как бы вот, неоднозначно. Я могу понять этот расклад, могу понять. Вот. Но это как сравнивать яблоко и апельсин. Конечно, очень хорошая форма. Пропорции реально классные у Лёхи. Да, вот. Вот. Но вот, например, плечевой пояс с руками, но не такой выразительный, как у, например, Сазонова. Вот посмотри, сейчас мы видим в кадре руку Сазонова и плечо, да, и Кузнецова, да. То есть вот мясо все-таки наверху поинтереснее у Сазонова, на мой взгляд. Но пропорции, талия, ноги. Но я болею за Алешу. За Алешу. Ты топишь, что он на первое место? Да. И нормально ты тогда, но ты настоящий друг. Я болею за Алешу. Хотя все-таки Илья Луковецкий сегодня мне очень нравится его форма в целом. Шикарный спортсмен. Так, 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 так. Ну да, серебряная медаль все-таки. Полмиллиона на кону. Мне кажется, когда Миша Сазонов вышел на третье место, спортсмены немного выдохнули. Как серебряная будто. Медаль. И крепкое рукопожатие от Руслана Ханецкого получает Алексей Кузнецов. Круто, круто. Ну, Леха, очень-очень классный результат. Мы делали такой прогноз, что, в принципе, Илья действительно фаворит. Но... Илья, это, конечно, другой немножко уровень, действительно. Илья очень сбалансированный. Наполненный, жесткий, глубокий. Очень много мышц у Ильи. Много все, мышцы. И они его, самое главное, не давят. Он не выглядит, скажем, тяжелым. Знаешь, сам для себя. Очень доволен Илья. Посмотрите, эмоции переполняют его. Расстроен, да. Миша Сазонов. Браво, браво, Илья. Денис Бажанов тоже. Илюха, очень рад за тебя. Ну что, Илья, достойная победа, достойная конкуренция, очень достойная форма. У Ильи такой принцип, Илья, если, кстати, он делает качество, победить его сложно. А он качество сделал. Ну, Илья все-таки, да, со второго раза это сделал. Подпишитесь на инсту Ильи, он ведет прикольно Инстаграм. Вот, абсолютно простой парень, живет он в Беларуси, даже не в столице, живет в одном из городов. У него двое прекрасных, две дочки, вот, жена, и он тренируется в таком очень интересном зале, простеньком, и показывает все это, транслирует. Очень светлый паренек. От природы талант, вот, трудолюбие. На самом деле замечательно, что Денис дает возможность проявить себя вот таким людям, пережившим не самый приятный в жизни, да, момент. Так что это получается, Илюша забрал вот 1 000 000 рублей, да? 1 095 000. Первое место, да? Второе место 500 и третье место 365. Да, у Ильи 1 000 000, у Алексея 500 000, 365. Очень хороший призовой фонд. Уехать отсюда с 1 000 000. 1 000 000 и так вот минуточку 95 000, да, как бы мы не проговариваем, 1 000 000 и 95 еще каких-то тысяч. 1 100 000, можно сказать. Андрей, ты согласен с расстановкой мест? Вот так, твое мнение. Ну, ты помнишь мой прогноз. По пятой понятно, четвертый я согласен. А вот второй, третий у меня неоднозначное отношение. Я могу предположить, я не то что не согласен, да, я понимаю эту точку зрения. Да, вот, как бы сделал я озвучивал, да, я думал, что Сазонов будет на втором. Но это ни в коем случае не умаляет достоинства Лехи, к нему прекрасно отношусь, офигенная форма. Вот. Ну да, может быть, вот, короче, ты понял. Да, это спортсмены, которые, если бы был другой расклад, можно сказать, ну да, и вот так возможно. То есть настолько вот они каждый по-своему. Огромный Миша Сазонов, очень эстетичный Леша, очень мышечный Илья Луковец. То есть каждый из них может вдруг занять первое место. Ну, еще важный фактор для Алексея, мы все-таки это не учли, да, что для Алексея стать третьим, являясь про, после, как бы, официально не про, да, хотя Сазонов тоже мог этот про, да, получить, является неким шагом назад, наверное, да? Это большая ответственность, конечно, да, это как бы тоже такой ход, допустим,
если Сазонов понимает дальнейшее свое развитие, да, например, переход в ПРО, то это уже другой разговор. Но знаешь, Андрей, нужно отдать должное. Я говорил с Лешей, он совершенно не расслаблен, но он очень много тренируется, работает. Он поменял специалиста по диете, он поменял подход тренировки, он добавил 5 килограмм мяса, он очень шел к этому. Надо отметить, что он прогрессирует постоянно. Да. У него даже в прошлом году верх не такой был выразительный. Конечно. Поэтому вот у него ноги, талия. Нет вопросов. Да, Леша очень серьезно относится к делу. Настоящий фанат, такой истинный. Так, мы все бикини. О наших фанатах, а девчата. Ну, стоят у нас и бикини, еще атлеты остались на сцене. Кстати, награждение на нас кстати, да, еще не было. Интрига, интрига. Тут мы не такие уж с тобой эти самые. Ну, такие. Мы тут скорее смотрящие, наблюдатели. Да, мы тут ценители, наблюдаем. Мы ценители. Созерцатели. Это резко вдруг показывают красивых девушек, я еще не переключился с Ильи Луковца. Надо сейчас как-то это самое. Разница в мышечной массе с бодибилдингом. Так хочется пошутить. А это... Итак. Еще вчера 200 участниц соревновались за право выйти сегодня на сцену. Спасибо большое, Татьяна. 197 номер. Откуда спортсменка, Андрей? Красноярский край, место. Местная спортсменка идет награждение. Так, это было 14 место. 13 место у Анастасии Волковой из Санкт-Петербурга. Ту, которую ты номер. Видел, но редко, да. Редко очень. Такая миниатюрная девочка, да, которую ты отмечал прическу. Классный образ, кстати, и такая... Умничка, на самом деле, молодец. Очень хорошо работала, выступала. Так. Восточный шар. 519 на сцене занимает 12 место. 519. Аиша. 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 Приятное имя тоже. Экзотическое, запоминающееся, да, из Казахстана. Хорошее качество спортсменки. То есть видна дефиниция ног. Но так, не только эти посещения. Машуля занимает в этот раз 11 место. Но она в ПРО перешла. Это для нее тоже победа. 44-й номер. Такая яркая спортсменка, очень красивая. Да, у нее такой очень естественный образ, красивая улыбка. 9-е место Дарья Шульженко. Дарья Шульженко. 9-е место. Вот, она мне тоже по пропорциям так, я на нее обратил внимание, потому что у нее такие широкие плечи, очень узкая талия. Восьмое место. Такой шикарный бюст. Не могу не отметить. Восьмое место. 152 номер. Золотухина Наталья. Тоже очень такая яркая генетика, да, очень узкая талия, такая красивая форма спины. Седьмое место. Поздравляю. Кирсиева Кристина, номер 240. Приморский край. Лучшая из любительниц в данной номинации, потому что у нас только три профессионалки остались награжденными. Шестое место Мария Жданова, номер 214. Прошу прощения, да, просто не все видно, нет. Такое ощущение, что объем талии сантиметров 50. Ты по бицепсу своему ориентируешься? Да, приблизительно. Как моя рука, хочется сказать. Да, мы знаешь, для нас точка отсчета это 50. Да, да, да. Либо меньше либо считается. Побольше, да? Профдеформация. Так, ну что ж, пятерка. Выплывают спортсменки на Да, выплывают, выплывают. Так, ну что, можно уже поздравить Дашу из Беларуси, Кайгородову под номером 52, потому что она из любителей в эту компанию пришла. Здесь три профи, мы их видим сейчас. Очень именитые спортсменки, да. 522, 525 Юля и Галина
530. Еще один раз сравнивать спортсменов. Заключительное сравнение. Прошу вернуться на диагональ. Возвращайтесь на диагональ. Очень такие разноплановые в плане роста спортсменки. Представлены, хочется сказать, в их лице все ростовые варианты категорий. Дальше, так, как мы вот говорили. Сейчас да, будет очень интересно, как. Как же их все-таки. Карта ляжет, да? Как карта ляжет. Решением судей достается участнице из Москвы. Мелисса Хохлова, номер 143. Так. Мелисса Хохлова. Ну, соглашусь. Вот теперь уже, знаешь, постфактум. Окей. Ну, в любом случае, топ-5. Круто. Мелиссу можно поздравить, да, конечно. Да. Она стояла в одной шеренге с ПРО, работала на уровне. Да. А вот сейчас интересный момент. Одна любительница, это вот Дарья Кайгородова, и три профи. Ну, это да, прогнозируемо. Тоже очень, по сути, это первое место среди всех любителей, правильно? Да, да. Миниатюрная очень тоже такая спортсменка. Серьезный результат. Поздравляем, Дашу. Вот, Elite Pro карту, пожалуйста, возьмите и распишитесь. Вот теперь она и про. Ушла в статусе любителя, вышла, а вернулась уже в статусе профессионала. Так, ну что ж. Опять. Три профессионала. Ну, давайте так, я просто вот прогноза ради, да, вот интереса. Я считаю, что Юлия... А, все. Не успеваю сказать свой прогноз. ...стояла на Эдитпросцене, и она повторила этот успех. Масловская Галина, номер 530. Да. Угу. Так, Галина у нас Галина занимает третье место. Болел за Галю. Высокая, красивая. Она очень женственная, да, такая, очень красивая. Девушка, поздравляю. Так, ну что, твоя ставка? Моя ставка, Настя. Видимо, зеленый цвет, когда ставка светлая. А я ставлю на Юлию. А, хитрец какой. А я ставлю на Юлию. А сколько? Давай. Всего один балл. Интрига. Если бы один из судей сегодня передумал и поменял местами первое и второе место, то результат был бы иным. Серебряная медаль. Так. Решением судей получает представительница Элитпродивизиона из России, участница под номером 520. Логично. 5. Юлия Шестакова. Ты выиграл. Но все равно с минимальным перевесом ты победил. Радуется. Так, ну что, поздравляем Юлю. Да. Потрясающий результат. Второе место. Не знаю, насколько ей, она этому рада или ей обидно. С одной стороны, второе место – это такое обидное место. Тем более один балл, да? Вот эта вот информация для нее, она прям… Но все-таки такая улыбка на ее лице. Но вроде искренне, очень, да, приятно видеть Настю в таком состоянии. Ну, если, вот, да, Юля улыбается, Настя просто счастлива. Там, череда вот этих подготовок, да, прилеты, образ. Вот это вот все, череда вот Настя, всяких линию, таких тяжелых вызовов. Да. И тут вот говорят, что ты номер один. Это всегда приятно. Ну, Настя, конечно, я до сих пор помню, как мне на первой моей Москве сказали, что я номер один. И побеждает. Это такое ощущение просто счастья, одно из самых сильных в моей жизни. Поэтому, глядя на подобное ощущение, я прям пропитываюсь и понимаю состояние, вот, когда даже плакать хочется. Я тоже как-то даже всплакнул, было дело на сцене. Потому да, что эмоции, это круто, конечно, понимаете, да. Вот спорт в этом плане, он может дать тебе, знаете, какой-то островок справедливости, вот, когда тебя... Когда ты проходишь очень сложный путь, и тебя оценивают по достоинству, и все говорят, да,
это именно ты победил. И это, у меня аж мурашки по коже, когда я сейчас это говорю. Да, непередаваемые эмоции. Это и есть вот этот наркотик спорта. Вот. А у меня интересный момент тоже был. Я после выступления спускаюсь со сцены. Ко мне подходит дочка, и она обнимает меня и говорит: «Папа, я так тобой горжусь». Вау. И вот этот момент, он тоже, знаешь, Андрей, он был мне круче всех кубков. То есть я понимаю, что ты, знаешь, я ты авторитет для ребенка. Я пока только жду. Она мамы. Вот стоит, у нее горят глаза, и мне было жутко приятно. Вот это вот, если спросить меня, что, вот этот момент. Выходите вперед, давайте сделаем общую фотографию. Давайте. Все на сцене. Знаете, друзья, несколько, по-моему, расстроены Галина. В конце сказать такие слова именно для вас, для всех, кто там сегодня. Наша победительница, конечно, счастлива. Очень такая, как куколка, маленькая такая, сверхизящная, конечно. Да, мультяшка. Все с нами, все эти два дня. Подошел огромный Миша Сазонов, Леша Кузнецов, они обступили девушек. Именно ваше посещение, ваше... Ну как впечатление, ребят? Прекрасный уикенд. Вот, я приезжаю как в какой-то лагерь. Вот у меня традиция ежегодная приехать в лагерь, потому что мы живем, собственно, в гостиничном комплексе, где и проходят эти соревнования. Мы все общаемся между собой. Три дня такого теплого общения, комьюнити, людей, которых объединяет одинаковые ценности, отношение к жизни. Ярко, красиво. Нас Михаил просит удалиться. Силовой экстрим. Пау. Все вон. Так. Так. Муштанов, тебе нужно все-таки на майку золотую эмблему вот эту вот на как называется, портрет. Не серебряный, все-таки золотой. Следи за новостями. Делись новостями. Смотри новости на телеканале 7, 18 и 19.30. Красота природы в творчестве гениев. Енисейская Сибирь – это энергия и сила ресурсов в экономике страны. Главный потенциал будущего – в жителях региона. Енисейская Сибирь – это новый этап развития России. Рождена природой. Мегатонны воды превращаются в мегаватты электричества. Они подарены людям. И Энергоальянс несет энергию в города. Мы работаем с промышленным сектором, от цеха одежды до металлургического завода. Полный цикл, включая технологическое присоединение и поставка электроэнергии по тарифам дешевле рынка. Экономия и бесперебойное производство – ваш приоритет и наша цель. Мы делаем все, чтобы люди спасали жизни, путешествовали и учились. С Энергоальянсом социальные объекты работают стабильно, потому что наши ценности – здоровье, образование и благополучие вас и ваших детей. Мы
Мы несем энергию в дома, обеспечиваем электричеством строительные объекты и готовые квартиры. Нашим опытом и оборудованием пользуются уже 6 районов Красноярска. Их питают 50 подстанций общей мощностью более 100 мегаватт. Энергоальянс. Это энергия для прогресса, энергия для комфорта по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Энергоальянс. Энергия для жизни.